хирургия лица и вайзер-технология. Как вы себе это видите? Приглашаем вас принять участие в первой российской онлайн-конференции, посвященной применению вайзер-технологии в эстетической хирургии лица. Это редкое событие, поскольку лишь единицы, владеющие вайзером, используют этот метод на лице. Будем обсуждать следующие темы. Липографтинг на лице, липосакция на лице и шее, разделение слоев тканей, техника претуннелирования, хирургии с применением клеточных технологий и комбинированные технологии, например, эндолифтинг, вайзер-сепарация, нити и так далее. Представим вам лучшие работы хирургов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ижевска. Задавайте сложные вопросы. Вы развеете опасения и приблизите возможности. Регистрируйтесь. Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите вас поблагодарить за то, что вы нашли время и возможность зарегистрироваться и принять участие в нашей конференции. Это третья по счету конференция компании Premium Aesthetics, посвященная пластической хирургии, но она сегодня у нас уникальная. Это действительно уникальное событие, потому что, я бы сказал, эта конференция у нас сегодня бутиковая, потому что мы разбираем достаточно узкую, но очень важную для всех, для наших пациентов нишу – работа на лице. Как с помощью вайзер-технологии работать на лице и какие преимущества дает эта технология пациентам? Сегодня приглашены очень известные люди, пластические хирурги, которые осмелились использовать вайзер-технологию на лице, потому что, как показывает практика, несмотря на большое количество хирургов, которые владеют этой технологией, далеко не каждый решается с ней пойти на лицо. С чего бы я хотел начать? Ну, во-первых, я хотел бы вам показать исследование американского общества дерматологов. Это свежее исследование 2023 года. И они провели анкетирование более 3000 пациентов на тему, почему пациенты готовы рассматривать косметические процедуры. Но вот на первой картинке мы видим, что 7 из 10 опрошенных, они были готовы рассматривать косметические процедуры для себя, то есть для них это был определенный интерес. Далее, что же больше всего беспокоит пациента? И как выяснили наши коллеги из Америки по результатам исследования, 87% респондентов беспокоит избыточный вес в целом на любой и плюс еще на любой части тела. 80% беспокоит ненадлежащая текстура кожи, либо нарушение пигментации. Чуть меньше, 79%, тонкие и средние морщины вокруг и под глазами. В таком же объеме беспокоит избыток жировой ткани на шее и подбородке. И 72% пациентов беспокоит целлюлит. Что мы можем об этом сказать? Да, безусловно, это интересно. Но нам это интересно с точки зрения вайзер-технологии, технологии, которая представляет этот аппарат. Так вот, с помощью этого аппарата мы вполне можем решить вопросы избыточного веса и в целом, и на любой части тела. Также с помощью технологии вайзер можно решить вопрос избытка ткани, жировой ткани на шее, на подбородке. Специальные есть наборы титановых зондов, которые решают вопросы целлюлита, включая диссектор, который наиболее выраженные спайки он ликвидирует. И получается, что с помощью технологии вайзер мы можем решить, ну, наверное, большинство тех проблем, которые больше всего беспокоят американских пациентов. Помимо этого, многие хирурги отмечают улучшение текстуры кожи над той областью, где поработали по технологии вайзер. И не все хирурги, правда, отмечают, должен отметить, но тем не менее процентов 70 отмечают по результатам уже нашего анкетирования. И хочу сказать, что даже вышла в свое время научная статья, которая подтверждает улучшение текстуры кожи над той областью, где поработали по технологии вайзер. Ну, тонкие средние морщины вокруг и под глазами. Понятное дело, что это не целевая задача технологии вайзер, но тем не менее, используя липографтинг, используя липофилинг или, например, используя тонкие регенеративные клеточные технологии, мы можем решить достаточно большой спектр задач, к которым приходят наши пациенты. Сегодня об этом будут рассказывать наши гости.
Что еще хочу сказать. В прошлом году, достаточно недавно, в середине прошлого года, вот вышла такая интересная статья. Консенсус на основе рекомендаций ведущих пластических хирургов по vibration, amplification, sound energy, это резонанс. Эти сложные слова являются аббревиатурой слова Weiser, одноименное название аппарата. То есть, соответственно, впервые за 20 лет после официального запуска этой технологии, мирового запуска, появились практические клинические рекомендации, которые сообщают начинающим хирургам, каким же образом лучше начать работать с технологией Weiser. Мы изучили эту статью, перевели ее на русский язык, и вот если зайти на наш сайт, выбрать в каталоге аппарат Weiser, мы увидим вот такую статью, и здесь есть четкий перевод на русский язык. И мы подумали, ну а мы-то чем хуже? У нас очень много пластических хирургов, опытных, очень серьезных, получающих великолепные результаты. Мы все видели эти результаты на многочисленных конференциях, не только онлайн, но и офлайн. И мы решили сделать такое же исследование по методу Delphi на территории России. Мы привлекли к этому исследованию, пригласили наиболее опытных хирургов из команды вайзеристов и провели анкетирование. Первый этап этого исследования – анкетирование. Большое очень анкетирование, обширное, более 80 вопросов. И, честно говоря, я немножко удивился, потому что я все-таки ждал какое-то более консолидированное мнение хирургов. Но, как показывает практика, как показывает наше анкетирование, получается так, что у каждого хирурга есть какая-то своя любимая тема. Кто-то с удовольствием занимается high definition, кто-то липотрансфером, кто-то работает в нишевых зонах, кто-то на лице. Но, тем не менее, есть несколько общих точек соприкосновения, где мнение хирургов было единогласно. Разрешите мне кратко познакомить вас с этим. Это исследование мы проводим вместе с институтом ИПХИК, и мне очень приятно анонсировать, что научным руководителем этого исследования является доктор медицинских наук Васильев Вячеслав Сергеевич, ну и, соответственно, несколько этапов этого исследования мы уже провели. Итак, первое, в чем сошлись наши хирурги-эксперты. Удавалось ли вам избежать резекции кожи благодаря значительной ретракции при использовании Weiser-технологии? Да, ответили большинство хирургов. Следующий вопрос. Какие из приведенных ниже факторов имеют решающее значение в процессе согласия пациента на операцию с использованием аппарата Weiser? Но мы знаем, что каждый хирург хочет повысить этот процент, и в неофициальных беседах нам сообщали цифры где-то в коридоре от 15 до 30%. Эта технология и озвучивание возможности этой технологии повышает процент конвертации. Что же сказали сами практикующие хирурги? Они отметили следующее. Выраженная ретракция кожи привлекает наших пациентов. Возможность липосакции и липографтинга одновременно. То есть не просто липосакция, а именно вот комбинация. Следующая комбинация липосакции и липоскульптура одновременно. И часть хирургов отметили удивительные вещи. Уменьшение риска послеоперационных осложнений, связанных с предшествующим косметологическим лечением в области лица и шеи. И снижение риска нарушения рельефа кожи. Вот такие любопытные вещи. Следующий наш вопрос был, по вашему опыту, насколько выражены потенциальные побочные эффекты Weiser-липосакции? Мы предложили целый перечень возможных эффектов, и вот там, где все хирурги были единодушны, это отсутствие повреждения нервных волокон. То есть такой побочный эффект обычно не наблюдается. Это все является предпосылками того, что хирурги, самостоятельно изучая технологию Weiser, набрались храбрости, решимости, определенного опыта и стали использовать эту технологию на лице. Еще приведу ответы на несколько вопросов. Были ли в вашей клинической практике случаи, когда было достаточно для липографтинга проведения всего лишь одной процедуры? И здесь тоже очень приятно, все наши эксперты единогласно ответили «да», у них такой опыт был. Более того, соответственно, они стали эту технологию использовать и используют в качестве постоянных филлеров на лице. Например, носогубная складка или носослезная. Соответственно, да, ответили все 100% хирурги, которые работают по лицу. Ну и, соответственно, у нас следующий вопрос. Хорошо, если так, то какие
зоны вы вводите жир, жир пациента, какой опыт липографтинга у вас есть, и нам пришли ответы. Скулы, височные впадины, верхнее веко, нижнее веко, но это наиболее частые зоны, наиболее популярные. Но помимо этого липографтинг был проведен в область лба, область межбровья, средняя треть лица, нижняя треть лица, носогубная борозда, носощечная борозда, верхняя губа, один доктор прислал такое наблюдение, и даже нос. Но речь идет о носе. У нас был случай с Вячеславом Петровичем Грибковым, когда мы ездили в Благовещенск. Там была пациентка-модель, ей была сделана, выполнена ринопластика, но не совсем хорошо, потому что у нее на горбинке, вот на этом месте носа, образовался такой плоское плато. Оно небольшое, где-то 7 на 7 миллиметров, но оно, честно говоря, не представляло для нас какого-то визуального дефекта, но оно сильно расстраивало пациентку. Она попросила сделать, ну и, соответственно, четверть миллилитра аутожира было введено, и этот дефект был полностью нивелирован. Следующие три вопроса. Отмечали ли вы улучшение качества кожи над областью обработки технологии Вайзер? Ну, большинство хирургов, не все, но большинство отмечали. Был ли у вас положительный опыт использования Вайзер с пациентом с индексом массы тела менее 20? Но на самом деле это такие очень худенькие девушки. И да, ответили 80% хирургов. Я помню наши конференции, где доктор Свиридов представлял такую модель. Его попросила девушка сделать выделенные зубчатые мышцы на боку. И была сделана очень красивая high definition. Помню, доктор Свиридов представлял такую модель, когда просила пациентку увеличить грудь. Он говорит, ну где же я тебя здесь найду? Вот еле-еле наскребли 300 миллилитров. И сделали определенное увеличение груди собственным жиром, и пациентка осталась довольна. Ну и в результате мы спросили, а в чем вы видите преимущество проведения операции малого объема на системе Вайзер? Хирурги ответили следующим образом. Высокая точность, более тонкая работа и малая кровопотеря. Вот, наверное, я остановлюсь здесь на приведении ответов, более или менее единогласных ответов на наши вопросы. В перспективе, после окончания этого исследования, я надеюсь, мы его опубликуем, и у вас будет возможность узнать мнение экспертов по большому спектру вопросов. А сейчас я хочу вернуться к тематике нашей конференции и представить нашего модератора, профессор Хрусталева Ирина Эдуардовна, великолепный челюстно-лицевой хирург, человек с колоссальным опытом, проводящий мастер-классы и кадавер-курсы. Я думаю, человек, который лучше всего разбирается в анатомии и сложностях анатомии, физиологии, строения лица, нервы, сосуды. Ирина Эдуардовна, добрый день. Мне приятно с вами находиться на одной конференции. Я вам предоставляю слово. Добрый день, Максим, добрый день, уважаемые коллеги. Смею заметить, что Ирина Эдуардовна Хрусталева не только челюстно-лицевой хирург, но еще ты заведующая кафедрой пластической хирургии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова. Если бы компания «Премиум Эстетика» эстетик сотрудничала бы с нами более активно, наверное, этот факт моей биографии был бы вам известен. Но бог с ним. Идем дальше. К сожалению, у меня практически не осталось времени на доклад, потому что по таймингу я должна закончить в 16:20. Мы тайминг будем соблюдать, и я призываю к этому всех спикеров. Вот. И сейчас мы начнем с вами делать то, что возможно, а там дальше уже как оно вынесется. Я разворачиваю экран, и первый мой доклад посвящен вопросам анатомии. Итак, мы начнем. Буду говорить быстро и немножечко тезисно. Мы все с вами знаем строение мягких тканей лица. Брайан Мендельсон, спасибо ему большое, не устаю его благодарить, систематизировал наши знания о слоях мягких тканей лица, о связках, о пространствах, о мышечно-апоневротической системе. Итак, 5 слоев мягких тканей лица. Я вам просто напоминаю о том, что они есть. При этом вот эта пятислойность, она присутствует во всех отделах лица. Наполнение слоев разное, но тем не менее количество слоев остается одним и тем же.
Ретенционные связки или удерживающие связки – это те связки, которые не позволяют нашему лицу под действием силы тяжести в процессе старения упасть сначала на грудь, а потом оказаться где-то около колен. И Брайан Мендельсон эти самые связки представил в виде дерева. Начинаются они короткой стволовой частью на надкостнице или глубокой фасции и направляясь в сторону изнанки кожи, пронизывая мышечно-апоневротическую систему, они все более и более ветвятся и, собственно говоря, к изнанке дермы они становятся системой ретинакулум кутис. Вот она, да, это ретинакулум кутис. Это как раз те слои, которые интересны для вейзер-технологии, потому что чем глубже мы находимся, тем опаснее работа любым энергетическим аппаратом и вейзером в частности. Итак, коротенечко мы пройдемся по областям все, что успеем. Фронтальная область. А вот в свете того, что говорил Максим, я испытываю некие сомнения относительно работы американских и других зарубежных хирургов-вейзеристов в верхней и средней части лица. Почему? Потому что вот эти слои, которые 5 слоев ткани, о которых я только что говорила, они, безусловно, представлены и во фронтальной области, причем наполнение этих слоев отличается в основном за счет третьего слоя, мышечно-апоневротического, потому что ближе к верхним краям орбиты присоединяются еще дополнительные мышцы. Да, мы, в общем, сейчас не будем на этом останавливаться. А чем краниальнее мы находимся, тем, собственно говоря, мышечная составляющая представлена больше, более слабо. Мы с вами помним о том, что фронтальная мышца является частью мышечно-апоневротического слоя, и она может различаться по своему строению или двумя полотнами, или, что реже, одним полотном, ну и так далее. Но мы с вами работаем если говорить о туннелировании или о туннелировании в основном, мы с вами работаем в поверхностном слое. Вот, и здесь учение о поверхностных и глубоких жировых пакетах. Нам, опять же, об этом систематизированно рассказали Рорих и Песа, хотя эти работы, в общем-то, относятся еще к 50-м годам. Но каждый автор описывал что-то отдельное, они все объединили. Так вот, этих жировых пакетов по 3 с каждой стороны. Да? При этом к фронтальной области непосредственно относятся вот этот вот центральный и парамедиальный пакеты, а латеральные пакеты относятся уже к височной области. И все было бы, казалось бы, хорошо, но жизнь вносит свои изменения в наше представление, потому что, конечно же, вот такая красивая схема, она ничего общего не имеет с реальной жизнью, и строение этих пакетов может быть очень сильно индивидуально. Это вот мы то, что пытались, собственно говоря, обозначить на наших диссекционных курсах, которые мы проводили в Казани, а теперь мы их проводим в Санкт-Петербурге, в Первом меди, у нас милости просим. Вот это граница поверхностных жировых пакетов. Если мы пойдем дальше, вот, то мы увидим следующее. Откинуто кожа. Подкожная клетчатка на этом препарате не выражена совсем. Она, кстати говоря, может быть очень слабо выражена и у живого человека. Вертикально ориентированные волокна фронтальной мышцы мы с вами видим. И далее, вот это уже другой препарат, у которого, собственно говоря, подкожная клетчатка выражена значительно сильнее, чем у предыдущего. Вот она откидывается. Тут видно еще так называемые септы, это один из подвидов ретенционных связок, которых 3 насчитывают в области лба. Вот. И, наконец, самый глубокий слой надкостницы, который отслаивается достаточно легко, но, тем не менее, говорить о том, что можно иглой создать поднадкостничный карман и ввести туда, например, тот же жир, да, инъекцию жира выполнить, это, в общем-то, тоже из области фантастики, по-моему. Вот, ну, бог с ним. Здесь мы видим с вами уже переход в височную область, это анастоматические сосуды. Вот я очень коротко об этом говорю, у меня осталась 1 минута. И, наконец говоря, далее о подкожной клетчатке, обращаю ваше внимание на то, что природа распорядилась так, что все функционально активные места на лице
функционально-мышечно активные, они не имеют подкожной клетчатки. Я сейчас говорю о европейском морфотипе, вот, потому что, конечно, у азиатов антропогенетически и вот эволюционно ситуация несколько изменена, и жировая, подкожная жировая клетчатка у них начинается выше с заходом в проекцию нижнего и верхнего века, а вот у европеоидов вот, она начинается, как правило, в области проекция верхнего и нижнего краев орбиты. Вот. И говоря о работе в средней трети лица, это было бы очень интересно, но я об этом уже не скажу. Вот, мы, конечно же, должны быть очень осторожными, потому что средняя зона лица, она представляет собой наиболее интересную область, сложную с точки зрения наполнения слоев, с точки зрения выраженности и старения поверхностных глубоких жировых пакетов, и также с точки зрения расположения ретенционных связок. Я вас всех хочу пригласить на наши хирургические курсы, которые, в общем-то, мы проводим регулярно. Вот в феврале и в марте были, как раз мы обсуждали и показывали возможности хирургического омоложения центрального овала лица и боковых отделов лица и шеи. Хочу позвать компанию «Премиум Эстетик» к нам присоединиться, а дальше мы с вами будем продолжать. Вот, у нас есть чат, прошу писать туда свои вопросы, и по мере возможности мы будем на них отвечать. Вот, продолжаем дальше. Ирина Эдуардовна, спасибо вам большое за выступление. А сейчас я попрошу нашего режиссера, у нас тут появилось время, включить первый интерактивный опрос, если можно. Получается у нас? Уважаемые коллеги, следуя традиции, мы проводим такие интерактивные опросы. Вы выбираете один из ответов, отвечаете на него. Мы смотрим, как себя чувствует аудитория, какое мнение и у аудитории, и дальше уже комментируем эти ответы, получившийся результат, или просим эксперта прокомментировать эти ответы. Поэтому у меня к вам убедительная просьба. Пожалуйста, выберите на своем телефоне или на своем компьютере один из пяти ответов, нажмите на соответствующую цифру, и у нас появится статистика, соответственно, которую мы сейчас покажем. Пока идет процесс, хочу рассказать, что удивительно было наблюдение, когда мы работали с несколькими аудиториями в прошлом году. Пластические хирурги пользуются запрещенными американскими сетями где-то в 80% случаев, ну, по понятным причинам, поскольку это хороший канал, инструмент привлечения пациентов. Мы спросили, а кто из офтальмологов пользуются. Ну, офтальмологи нам ответили, что где-то порядка 30% мы пользуемся. Мы еще одну целевую аудиторию спросили, не буду называть, что это были за врачи, но они сказали: слушайте, что вы себе позволяете, какие вы ужасные вопросы задаете в эфир, мы вообще не пользуемся подобными социальными сетями. Но, тем не менее, для кого-то это вопрос, может быть, развлечений. Когда-то многие мы, в том числе и я, работали в этих социальных сетях. Сейчас же для хирургов, наверное, это является одним из действительно очень важных инструментов привлечения пациентов. Сейчас я спрошу нашего режиссера, возможно, готов ответы на вопрос. Итак, сколько же запросов пациентов из 100 приходили к вам на омоложение лица в среднем? Где-то от на каждые 100 пациентов. Значит, у нас самая большая цифра 11-30. Ну и вот такая у нас получилась статистика. Соответственно, Ирина Эдуардовна, скажите, пожалуйста, вы могли бы прокомментировать результат нашего интерактивного опроса? Ну, конечно, это как раз показывает данные этого опроса, показывают, насколько избирательны доктора в своих пристрастиях. Потому что если бы я участвовала в этом опросе, то у меня было бы 100%, да, потому что я занимаюсь... Значит, в настоящее время я могу себе позволить уже заниматься тем, что мне более всего мило, вот, а мило мне больше всего лицо, как бывшему челюстно-лицевому хирургу. Вот, поэтому у меня была бы цифра 100%, и я бы разбавила этот интерактивный
Опрос, да? Вот поэтому кто к чему, да, кто что больше любит, тот и привлекает соответствующее направление пациентских запросов тоже. Благодарю вас. Будет ли у нас заставка? Ага. Сейчас у нас техническая пауза. Сейчас мы принимаем решение по поводу заставки, поскольку нам нужно переключиться. Специально для пластических хирургов. Очень коротко. Вы этого ждали. Вы успешный хирург и решаете задачи по ринопластике и мамопластике. Послушаем, что еще хотят от вас пациенты.
Я видела процедуры, а вот отсюда можно убрать, а вот сюда добавить, чтобы, ну, как песочные часы. Так реально сделать? Ну, я хочу кубики и рельеф и сразу. Хочу убрать целлюлит. Доктор, я хочу вот здесь вот убрать лишний жир, чтобы грудные мышцы мои лучше выделялись. Хочу убрать жир сразу и изо всех мест. Хочу безопасную процедуру и без осложнений. Пациенты не очень разбираются в деталях процедур, но они знают, за что платить деньги. У вас есть, что им всем предложить? Если все уникальные моменты технологии Вайзер Липа собрать в одно предложение, получится, что Вайзер – это единственная система, обладающая тканевой селективностью. А что это значит для меня? Это означает максимально бережное отношение к нервам, лимфатическим и кровеносным сосудам. В той зоне, где была липосакция, были сохранены потрясающим образом все кровеносные сосуды. Но больше всего удивило то, что были сохранены лимфатические сосуды. Это новая универсальная методика. Для Вайзера характерна минимальная кровопотеря, инвазивность и риск осложнений. Что такое кровопотери после даже обширных липосакций? Да? Здесь, в принципе, можно говорить о большем количестве удаления жира, да? Потому что кровопотери будет меньше. Это тоже очень важно. После Вайзер липофилинга я наблюдаю максимальное приживление жировой ткани и прекрасный удаленный результат. Если вы пересадили литр Вайзер ассоциированного жира, то у вас приживется от 700 до 800 миллилитров этого жира, что позволит значительно лучше дать вам объемы. У меня нет недовольных пациентов после липофилинга. После Вайзер липопластики получается лучший рельеф с мягким, с лучшим градиентом перехода. Одним из самых главных показателей липосакции является сократимость и ретракция кожи. Сокращение при Вайзер липосакции на 40-50% больше по сравнению с любой другой методикой. При использовании правильной техники липопластики с использованием Вайзера результат остается стабильным, даже если пациент поправился или скинул вес. Пациенты очень довольны процедурой, результатом и состоянием кожи. После Вайзер процедур результаты улучшаются со временем. Вайзер – это Феррари в мире хирургических машин. Вайзер полностью меняет жизнь хирурга. Хотите убедиться? Запишитесь на мастер-класс Вайзер. Все категории пациентов ваши. Ирина Эдуардовна, пожалуйста, представьте нашу коллегу. Ирина, can you please... Да, дорогие коллеги, хочу вам представить с большим удовольствием доктора из Италии, пластического хирурга, доктор Тизиана Лазари. Доклад называется «Технология Вайзер в хирургическом омоложении лица и шеи. Показания к применению, риски, профилактика осложнения». То есть то, что нас с вами интересует более всего. Доктор Лазария, ваши 15 минут, мы готовы вас слушать с большим удовольствием. Здравствуйте. Я очень рада возможности выступить перед вами на этом международном мероприятии. Я благодарю Максима за приглашение. Я постараюсь поделиться своим опытом мини-подтяжек с помощью Вайзер. Каковы преимущества использования Вайзер в подтяжках лица? Вот моя презентация. Мини-подтяжки с использованием Вайзер. Каковы преимущества такой техники? И представлю свои клинические случаи. Как вы видите, среди 10 самых востребованных пластических операций подтяжка лица находится на 8-м месте.
На восьмом, поскольку это достаточно сложная и травматичная процедура, но я покажу вам, что вейзер ее в значительной степени облегчает. Подход здесь к пациенту такой же, как и при любой другой процедуре. Необходимо диагностировать проблему, необходимо оценить пациента, понять, что пациент хочет изменить в своей внешности, понять ожидания пациента и его мотивацию в обращении к хирургу. Мы можем предложить различные варианты процедуры, различные техники решения этой проблемы, но мы должны обязательно рассказать о возможных нежелательных явлениях, о том, какое улучшение нам удастся получить, о том, как быстро пройдет восстановление и о стоимости процедуры. После этого мы выбираем вместе с пациентом процедуру, которая наилучшим образом соответствует его ожиданиям, и говорим о дополнительных процедурах, которые помогут улучшить результат и помочь пациенту достичь своих эстетических целей. Очень важно провести анализ лица пациента. Поэтому позвольте, я немного остановлюсь на этом вопросе. Мы все знаем, насколько важно тщательно проанализировать лицо пациента перед любой процедурой. При анализе лица пациента мы оцениваем признаки старения, а именно потерю объема в определенных областях, перемещение жировых пакетов, также изменение костной структуры. Мини-инвазивная подтяжка, ее ключевым элементом является плекация смаз. И векторы такой плекации в последние годы становятся все более вертикальными. То есть хирурги делают эти векторы все более вертикальными при плекации смаз. Еще одним важным этапом такой процедуры является липосакция области шеи. Это ключевой компонент в подтяжке лица с минимальными рубцами. Такая липосакция улучшает контур шеи и также облегчает отслойку поверху смаз и плетизмы. Точка входа в подподбородочной области, также около уха. При выполнении липосакции необходимо очень аккуратно действовать при проведении зонда вдоль линии нижней челюсти для того, чтобы не повредить краевой нижнечелюстной нерв. Если говорить о системе Вейзер Липа, это уникальная мини-инвазивная платформа для изменения контуров тела, с помощью которой можно работать по всем областям тела. По сравнению с традиционной липосакцией, Вейзер минимизирует травматизацию тканей, боль и ускоряет постоперационную реабилитацию пациента. Более того, улучшает приживаемость адипоцитов, которые затем используются для липофилинга. Если мы хотим использовать забранную жировую ткань для липофилинга, то она очень хорошо приживается. Каковы преимущества Вейзер Липа? Мы получаем более эффективную ретрацию кожи по сравнению с традиционной липосакцией. Мы можем за одну процедуру обработать несколько зон. Это менее болезненно для пациента, бывает меньше отечности, пациент быстрее восстанавливается после процедуры, чем после традиционной липосакции. И также она более эффективно меняет контуры тела, чем неинвазивные процедуры. Сейчас у нас есть совершенно замечательные зонды, гораздо более эффективные, чем зонды первого и второго поколения. Как, в принципе, работает эта технология? Вот четыре этапа. Во-первых, инфильтрация, затем эмульсификация жировой ткани, затем ее аспирация и, наконец, ретракция кожи. Когда я делаю мини-подтяжки с помощью вейзера, я действую таким образом. Анестезия – это седация плюс местная анестезия тумесцентным раствором. Я использую 200-300 мл. Очень важно правильно выбрать зонд и правильно выставить параметры Вейзер.
Затем я провожу отслойку с помощью ультразвука и при необходимости по линии нижней челюсти выполняю аспирацию жировой эмульсии, после чего выполняю комплексную пликацию смаз, удаляю избыток кожи, накладываю интрадермальные швы монокрилом 4.0 и накладываю повязки и компрессию. Сейчас я хочу показать вам свою последнюю пациентку. Операцию этой пациентки я сделала в прошлую субботу. Вот результат через 4 дня. У пациентки операция была в субботу. Затем в понедельник я сняла повязку. Вот через 4 дня после операции. А теперь я покажу вам видеоролик с иллюстрацией моей техники. Я пациент под седацией. Я провожу инфильтрацию тумесцентным раствором с анестезией и ввожу от 200 до 300 миллилитров. Инфильтрация тканей очень медленно выполняется при небольшом давлении на плунжер, потому что пациент под седацией – это не наркоз. И если инфильтрацию выполнять медленно, то пациенту не будет больно. Очень медленно ввожу тумесцентный раствор. В данном случае я ввела 200 мл раствора кляйна. В предушной зоне. Затем делаю небольшой разрез для введения зонда, выбранного зонда. Здесь сделаю небольшую отслойку в начале введения зонда. То есть вот небольшую отслойку вот так вот делаю. Ставлю порт для защиты кожи. А теперь ввожу зонд. Выбранный мной перед процедурой. Это очень тонкий зонд. Less than 5 millimeters. Его диаметр менее 5 миллиметров. Okay. And now I perform my Dutchment. Провожу отслойку. With buzzer. С помощью вейзер. Очень медленно, очень поверхностно. В зоне разметки. Я провожу отслойку во всей зоне разметки. Второй рукой я контролирую прохождение зонда. Зонд должен проходить достаточно поверхностно. Вот такая отслойка – это чрезвычайно важный этап операции. Отслойка выполняется за 2 минуты, несмотря на то, что я выполняю ее медленно. Это очень просто. Вопрос уже есть в чате. 2 минуты на достаточно низких параметрах энергии. Зонд проходит поверхностно.
для того, чтобы не повредить сосуды, нервы. Вы видите эмульгированный жир. После обработки вейзером жир эмульгируется. Мы удаляем избыток жира. Обратите внимание, что в этой эмульсии нет крови. А теперь я выполняю околоушной надрез. То есть совершенно традиционный разрез для подтяжки лица. Это то, что я делала всегда, даже до использования вейзер. Здесь тоже делаю диссекцию. Как вы видите, кровь не идет. То есть выделяется только вот эта эмульсия, эмульгированная жировая ткань. И буквально два мелких сосуда здесь пришлось коагулировать. Кровотечение минимальное. Вот на этом диссекция практически завершена. Я проверяю отслойку. И вы видите, что диссекцию я, по сути, делала, выполнила с помощью вейзер. Почти полностью. This face needs about 1 or 2 minutes. Вот на этот этап операции уходит буквально 1-2 минуты, не более. Поскольку с помощью вейзер отслойка выполняется очень качественно. Another control. И еще раз проверяю. Уважаемые коллеги, у нас еще 5 минут есть. Хорошо. Затем я нахожу смаз и выполняю пликацию смаз. Тоже очень важный этап мини-подтяжки. Пликация смаз. I perform my mass application with 3 or 4. Я делаю пликацию смаз, закрепляя ее 3-4 швами. На этом пликация завершена. Теперь я размечаю избыток кожи.
Удаляю избыток кожи. Ну и, наконец, ушиваю. Накладываю интрадермальный шов. То же самое с другой стороны, естественно. Покажу вам фотографии до и после процедуры. До и после процедуры вот у этой пациентки. Первые фотографии до и затем после процедуры. Через месяц после операции. Еще один клинический случай. До и через неделю после операции. И затем через 3 месяца после операции. Вот пациент-мужчина. Им тоже делаем подтяжки. И еще один интересный случай. До и через 7 дней после операции. Еще один клинический случай. До и после. Через 6 месяцев после операции. После мини-подтяжки с помощью вейзер. И еще один случай. И вот это один из моих лучших результатов. Пациентке 82 года. Пациентка была абсолютно удовлетворена результатом. И еще, и вот еще один случай. Вот еще одна пациентка с прошлой субботы. Здесь только что сняли повязку, поэтому видны следы от компрессионной повязки. Через 5 дней после операции. Каковы преимущества вертикальной мини-подтяжки с помощью вейзер? Вейзер — это очень эффективная техника, которая помогает поменять профиль, поменять форму подбородка, овала лица. Можно при этом также значительно убрать морщины и потянуть кожу. Восстановление после операции проходит быстрее, а сама и с меньшим дискомфортом для пациента по сравнению с традиционной мини-подтяжкой. С помощью вазер мы защищаем, сохраняем все сосудистые нервные структуры, соединительные ткани, лимфатические сосуды и уменьшаем также кровопотерю. Большое спасибо за внимание. Я на русском говорю или на английском? На русском. Да, значит, спасибо большое, Тизиана. Тизиана, thank you very much. Прекрасное сообщение. И мы имеем вопрос в чате. У нас есть несколько минут для ответа на вопрос, а именно 3 минуты. Доктор Анисимов Алексей Юрьевич, клиника «Класска Москва». Какой именно зонд использует хирург? Они все меньше 5 миллиметров. Какие показатели энергии используются и постоянный или импульсный режим? 3 вопроса в одном. Итак, какой конкретно зонд? Какие показатели энергии и постоянный или импульсный режим? Маленький зонд 3 миллиметра. Импульсная энергия, импульсы, 60 джоулей. Спасибо. Вопрос уже от меня. Скажите, пожалуйста, работаете ли вы в области передней поверхности шеи? Я имею в виду медиальную платизмопластику и глубокие отделы подплатизмарные, дегастрикусы, подплатизмарный жир. Если работаете, то на каком этапе вы используете вейзер? Вы используете туннелирование или липосакцию до открытия шеи или уже после? Я использую вейзер только для поверхностной отслойки, только для поверхностной работы, не для глубоких подтяжек. Поверхностной работы, но уже просто из широкого доступа или стандартный доступ перед открытием шеи для проведения глубоких процедур?
a standard approach, or do you do a tunneling and this kind of wide... Иными словами, вы начинаете с вейзера или вы сначала делаете разрез, а потом уже вейзер? So, do you start with vaser or do you start with a cut and then you do vaser? I start with cut and then I use... Я начинаю с разреза, а потом делаю вейзер. Спасибо. У нас осталась одна минута. Вопросы еще есть какие-нибудь? Ирина Эдуардовна, если разрешите, у меня вопрос. Во-первых, Тисана, спасибо вам большое за ваше участие в конференции. Я внимательно смотрел за тем, как вы работаете, очень интересная техника. Единственное, я хотел уточнить, используете ли вы отсос, или вы суспензию, которую вы получили после вайзера, вы ее выдавливаете с помощью салфеток? Я использую отсос при необходимости, но не во всех случаях. Иногда, да, использую отсос после эмульсификации. Благодарю вас. Спасибо большое, Тизиана, от нас, от всех. Хорошего вам дня и новых прекрасных результатов у ваших пациентов. Эту презентацию я делала для ИМКОСа в этом году, для Парижского большого конгресса. Она немножечко отличается по теме, но мне кажется, что она очень хорошо вписывается, во всяком случае, в мое видение использования, эффективного использования аппарата Вейзер на лице. Посвящена она вопросам, нужно ли знать хирургу о том, какие небезразличные косметологические процедуры делал пациент до того, как попасть в руки хирурга. Вот, я, собственно говоря, это не коммерческая абсолютно презентация, с которой я выступала. Вот премиум эстетик меня в Париж не возил, сказала она в сторону премиум эстетика. Вот, поэтому это действительно мои впечатления от того, какие преимущества дает этот аппарат. И есть, на мой взгляд, есть несколько групп косметологических процедур, которые очень сильно влияют на проведение дальнейших хирургических вмешательств. И если мы говорим о так называемом центральном овале, о периорбитальной области, о среднемедиальном отделе лица, а также о висках и об области лба, вот, то, в общем-то, конечно же, мы должны знать, что пациент делал до нас с точки зрения инъекционных практик, особенно это препараты гиалуроновой кислоты. Для меня, например, в общем-то, использование... То есть пациент не может поступить на стол без предварительного обследования, без выявления количества HA-филлеров и без их предварительной элиминации. И на столе периодически все равно приходится иметь баночку гиалуронидаза для того, чтобы элиминировать их уже во время операции. Следующие препараты – это коллаген-стимулирующие, ну, это не филлеры, это, в общем-то, препараты для латеральных отделов лица и для шеи. А также подкожные нити, я имею в виду как хирургические нити, так и, косметологические гладкие, вот, а также все типы так называемого нехирургического фейслифта для латеральных отделов лица и шеи. Вот, на мой взгляд, это такое достаточно небезопасное, точнее, небезразличное для проведения хирургических вмешательств последующих лечение возрастных изменений пациента. Почему? Потому что эти нехирургические фейслифтинги могут провоцировать довольно выраженные подкожные рубцы во всех зонах, там, где мы должны проводить диссекцию. Вот, возникает риск ишемии отслаиваемых лоскутов, и ко всему прочему эти лоскуты имеют еще, ко всему прочему, неадекватную эластичность после, за счет своего рубцевания. И вот два пациента, которых я бы хотела продемонстрировать, это старинные такие пациенты, но довольно-таки показательные. Вот женщина 62 лет, в общем-то, у нее тут много чего есть, и потеря объема, и влияние сил гравитации, и изменение кожи, вот, и морщины, и мелазма, и ко всему прочему еще она и с большой степенью асимметрии, потому что вот тут два левых, два правых вьюера, и
она натуральная в центре, и мы видим, что это разные лица. Вот, и мой хирургический план был следующий, в общем-то, совершенно стандартный, потому что в среднее лицо я хожу сверху с эндоскопом, вот, и лишние боковые отделы лица, и шею я делаю уже из открытых доступов. Вот, что я, собственно говоря, собиралась ей делать. И со средним лицом все было хорошо, и с верхним, с центральным овалом. Но когда я пошла осваивать смаз, выяснилось, что никакого смаза нету и в помине. А, в общем-то, подкожные ткани были срощены с околоушно-жевательной фасцией, с капсулой околоушной слюнной железы и представляли из себя вот такой вот ровный, где толще, где тоньше, рубцовый слой, что было очень плохо. Вот аналогичная история у меня, кстати говоря, была за несколько лет до этого, уже я ее очень хорошо помню, 12 лет прошло, вот, но тогда я ничего не знала, была такая несколько самоуверенная особа, и, в общем-то, вот после серии различных РФ монополярных вмешательств у пациентки, я делала ей отслойку с большим трудом, и в результате я получила ишемию в среднем отделе, в среднебоковом отделе щеки, и которая потом разрешилась в виде вот такого гипертрофического рубца. Вот, в общем, крови мне выпили очень много, и, в общем-то, понятно почему. Поэтому у этой пациентки я сделала какую-то там смаз-пликацию, и, в общем-то, несмотря на то, что через 14 дней она вроде как выглядит неплохо, но если посмотреть на ее боковые снимки и снимки, когда она наклоняет голову, мы видим, что результатец-то в нижних отделах, прямо скажем, так себе. Хотя в среднем отделе мы видим, в общем-то, мы выполнили наша поставленная задача. То же самое касается и видов три четверти. Да, нижние боковые отделы лица и шеи оставляют желать лучшего. И через 4 месяца, опять же, при довольно приличном центральном овале для ее возраста, вот мы имеем совершенно неадекватный, на мой взгляд, точнее, не то чтобы неадекватный, результат есть, нам, в общем-то, итальянская коллега это показала, но, тем не менее, результатик планировался получить получше, быть полученным получше. Нет, быть получше. А вторая леди 55 лет, то же самое с возрастными гравитационными изменениями, с избыточными жировыми отложениями. Много чего у нее было в анамнезе, и РФ-листинги различные, вот, и ультразвуковой, но он тоже не хирургический фейслифтинг. Вот, и с ней произошла практически та же история. Вот, потому что без среднего отдела лица, потому что он был сделан заранее. Вот, но посмотрите, пожалуйста, отслойку, которую я проводила в боковых отделах лица и в области шеи при формировании шейно-подбородочного угла. Она, конечно, была осложнена, и ранний послеоперационный период характеризовался совершенно неестественным видом кожных лоскутов и бампингом, и покраснением. И, в общем, эти все изменения вызывали у меня тяжкие сомнения. Кроме того, вот эта вот зона, она вообще была непроходима. Она была практически, я не знаю, что там только делал до меня, но она была представлена практически одним рубцом. И с этим мы до конца справиться так и не смогли. Вот если вы посмотрите, да, то, в общем-то, уже через 6 месяцев все равно определяется некое нависание небольшое, локальное, которое не ушло. То, что касается шеи, да, стало лучше. Ну, во-первых, могло бы быть еще лучше. Вот, а во-вторых, собственно говоря, мы не ожидали столкнуться с такими трудностями во время проведения операции. Дай бог, что это все закончилось хорошо, без всяких ишемий и некрозов. Что я делаю теперь? Вот теперь, когда у пациента, а практически у всех моих пациентов БИФО, имеются какие-либо нехирургические процедуры в анамнезе, причем не безразличные для меня, как для хирурга, процедуры, я использую, рутинно использую вейзер для отслойки мягких тканей в области боковых поверхностей лица и шеи. Я это делаю всегда, даже у таких тонкокожих пациентов, потому что это дает возможность контролировать, во-первых, отслойку, облегчать ее, вот, и избегать тех неприятных последствий во время проведения операции, даже в виде
необходимости тщательно заниматься кровотечением, потому что его здесь нету. Вот. И, в общем, я очень довольна использованием этого аппарата. И вот, в общем-то, сложная достаточно пациентка. Здесь мы ее вместе с челюстно-лицевыми хирургами вместе оперировали, они выдвигали ей подбородок по типу Чинвинга. Я делала верхние две трети лица эндоскопически. И затем делалась открытая шея с глубокими отделами и боковые отделы с мазоплатизмопластикой. Мы получили очень приличный результат, несмотря на то, что она тонкокожая, и, в общем-то, говорили, что вот зачем, собственно говоря, такой пациентке еще дополнительно высокоэнергетические методы применять, там может быть ожог, но никакого ожога не было. Вообще, у молодых пациенток с хорошей сохранностью кожи я предпочитаю действовать сейчас таким образом. То есть вверх центральный овал с верхнелатеральным вектором подъема шеи без проведения разрезов предушной области. Это дает очень хорошие результаты. Вот, ну, это вот одна из таких из относительно последних пациенток, которую уже можно показывать. Что-то пошло не так, у меня не переключается слайд. Так, не знаю, ага, ну и вообще, и все на этом закончилось. Вот она же в боковых отделах, ну что-то я не знаю, это не я, это демоны. Она же в боковых отделах, мы видим, что и в анимации с наклоном головы, и в статике она выглядит хорошо, результат совершенно адекватный, и никакого разреза в придушной области нету. Вот. Выводы, которые я хочу сделать. Во-первых, мы должны обязательно обращать внимание на то лечение, которое проводилось косметологами до нас, и наших пациентов об этом очень конкретно спрашивать, потому что это важно. Вот. Во-вторых, мне кажется, что аппарат Вайзер очень хороший девайс для использования как минимум при отслойке лоскутов практически во всех случаях, независимо от толщины подкожного слоя жировой клетчатки. Вот. Ну и, конечно, в общем-то, остановить прогресс невозможно, поэтому было бы глупо говорить, что давайте мы не будем использовать нехирургические методы воздействия на лица наших пациентов. Вот. Но, тем не менее, принимать во внимание их обязательно нужно для того, чтобы получить адекватный результат. Вот. На этом я заканчиваю. И, наверное, что мы делаем? Ирина Эдуардовна, спасибо вам большое за вашу презентацию. Удивительные результаты. И особенно разительно, вот когда вы сопоставляете половинки лица до и после, прям действительно и лифтинг, и уменьшение объема щек, и уменьшение объема скул. Это очень приятно. Уважаемые коллеги, прежде чем объявить следующего спикера, я хотел бы несколько порассуждать на следующую тему. Дело в том, что мы в свое время спрашивали наших пациентов, а вот, собственно, для чего вы делаете пластическую хирургию, для чего вы ходите к косметологам. И чаще всего пациенты отвечали, ну, мы хотим выглядеть лучше, мы хотим выглядеть моложе, и вообще я это делаю для себя. Ну, и многие так говорили, я это делаю для себя, для себя, для себя. Мы, конечно, готовы были поверить нашим уважаемым пациентам, но через какое-то время мы пригласили несколько профессиональных психологов и попросили их помощь. Ну, хорошо, а что значит для себя? Что это означает? Какова истинная мотивация пациентов к проведению, ну, прям скажем, сильно дорогостоящих процедур? Потому что, например, если говорить о процедуре IPL на аппарате М22, все лицо, ну, это где-то 15-18 тысяч рублей одна процедура, а курс у нас 5 процедур. Если мы говорим о таком аппарате, как Monopolar RF, самый мощный в мире, 100-ваттовый, это аппарат Thermage, то процедура стоит сейчас где-то порядка 250 тысяч рублей. Если мы говорим об пластической хирургии, то цены еще выше. И, конечно же, нам интересно, что это такое для себя, когда человек готов заплатить чуть ли не полмиллиона. И психологи нам ответили, что на самом деле мотивация заключается в следующем.
Пациенты пытаются с помощью внешних изменений, будь то пластическая хирургия или будь то эстетическая косметология, решить свои социальные задачи. Кто-то хочет выйти замуж, кто-то хочет удержать своего мужа, ну, если повезет, богатого, а некоторые хотят удержать еще молодого мужа, и, конечно же, это непросто. И поэтому, собственно, люди прибегают к таким процедурам. Следующая мотивация – это, например, попросить повышение в заработной плате или, например, перейти на другое место работы. И таких мотиваторов достаточно много. И сейчас мне хотелось бы продемонстрировать вам ролик, который в свое время был подготовлен и выложен в интернет нашим спикером, доктором из Ижевска Никифоровой. Замечательный ролик, где как раз отражены основные мотиваторы, как их понимают, и, собственно, он интересен еще тем, что хирург берет на себя определенные обязательства. Пожалуйста. Максим, до того, как мы будем смотреть ролик, мне просто пришел вопрос в чате, чтобы уже закончить с моим докладом. Можно я на него отвечу? Да-да. Конечно. Да, это все тот же пытливый Алексей Юрьевич Анисимов из клиники «Класска». Изменился ли ваш подход к дренированию при лифтингах после того, как начали использовать вейзер для подкожной отслойки латерального лица? Нет, не изменился. Я всегда дренирую. И, в общем-то, я предпочитаю эти коновские, вот эти силиконовые канальные дренажи, которые не прилипают и которые замечательно себя ведут. И я врач-дренажист. Вот ничего не изменилось. Все, я ответила. Спасибо. Спасибо, Ирина Эдуардовна. Вы мне махните, Максим, когда представлять, потому что я... Ирина Эдуардовна, да, пожалуйста. Итак, я хочу представить нашего следующего докладчика, Юлию Николаевну Никифорову, город Ижевск, которая поделится с нами результатами своих вмешательств по хирургическому омоложению лица и шеи с использованием вайзер-технологии. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги. Позвольте мне представить свой доклад «Опыт применения вайзер-липосакции в комплексном омоложении лица и шеи». Меня зовут Никифорова Юлия Николаевна. Я челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, клиника «Лада Эстет», город Ижевск. Мой опыт в челюстно-лицевой хирургии – работа с 2002 года, в пластической хирургии – с 2011 года. В нашей клинике аппарат Вейзер работает с 2020 года. Основная его работа, конечно, касается это липосакции, липоскульптура туловища, конечностей. Я работаю, применяю этот аппарат в области лица и шеи для фрагментации жирового слоя с последующей его аспирацией. Юлия Николаевна, можно презентацию запустить? Так, не видно ее. Пока нет. Пожалуйста, подключайте презентацию. Зеленая кнопочка. Сейчас, секунду. Ну вот пока Юлия Николаевна подключает презентацию, я хочу задать вопрос Максиму Вячеславовичу. Вы говорили, что одна из социальных целей – выйти замуж и удержать мужа. А можно ли удержать мужа и при этом еще как бы выйти замуж?
Я думаю, с нашими современными технологиями и подходами можно абсолютно все. Можно ставить самые амбициозные задачи, и, в общем-то, это наша основная задача как врачей – делать наших пациентов счастливыми, как бы сложно нам не было. Женская половина задумалась о своем, а мужская половина нашей аудитории задумалась о своем, но с другой стороны, я так да, думаю. Да-да-да. Я прошу прощения, секунду, мы... Хорошо, значит, да, то, что называется, не торопитесь, вот мы пока еще поговорим про дренирование, я продолжу свой ответ на вопрос. Вы махните, когда вы будете готовы. Учитывая, что все замечательно, тогда уже потом, во время дискуссии финальной. Да, пожалуйста, нажимайте кнопочку «Вывести на весь экран». Да, мы видим вашу презентацию на всем экране. Хорошо, я не быстро скажу, что мой опыт применения Вейзер липосакции в области лица и шеи. В нашем отделении аппарат Вейзер работает с 2020 года. В основном выполняем операции в области туловища и конечностей. Я как челюстно-лицевой пластический хирург, который работает практически на лице и шее, применяю его для эмульгирования жировой ткани при липосакции с помощью аппарата Вейзер. Жировая ткань чувствительна ультразвуковой энергии, меньше реагируют на нее мышцы, кровеносные сосуды, нервы, костная ткань, поэтому, конечно, мы тут получаем меньше отделяемого, кровоточащих ран у нас нет. Аппарат Вейзер ультразвук шикарно воздействует на жировую ткань. Я расскажу про особенности инфильтрации. То, что я поняла за все эти годы, сначала начиная с небольших объемов работы, сейчас я его применяю гораздо чаще. Особенности инфильтрации при проведении вейзер-ассоциированной липосакции. Объем томинесцентного раствора я применяю несколько больше, нежели при классической липосакции. Это 400-600 мл. Меня слышно сейчас? Алло. Вас слышно. Инфильтрация туминесцентным раствором я выполняю с каждой стороны, причем стараюсь, ну, конечно, это все выполнять равномерно, до 300, даже 400 мл, 100-150 мл заушной области и область кивательных мышц. Это, конечно, зависит от типа старения лица, от выраженности жировой ткани, от, ну, конечно, от пациента, от его типа лица. Время экспозиции не менее 15 минут до 25 минут. Это очень важный параметр, который с определенным опытом я для себя сделала основным. Инфильтрация равномерная. И, конечно, мы ее проводим достаточно медленно, 100 мл в минуту. Это устанавливается параметр на аппарате, конюлей, спокойно, равномерно, никуда не торопимся. При озвучивании жировой ткани я применяю зонды 2,2 мм диаметром, 2,9 мм, 3 канавки 18 см. Очень важна установление энергии Вейзер-режима. Интенсивность энергии зависит от типа ткани, с которыми я работаю. Мягкие, рыхлые ткани устанавливается энергия 20%, более ткани средней плотности 30%. И если же я работаю с тканями плотными, фиброзно измененными, пациенты, в анамнезе у которых аппаратные методики применялись, и мужчины, я устанавливаю амплитуду 40%. Важно после инфильтрации сразу рассчитать, сколько минут я могу работать с помощью ультразвукового зонда. 60-90 секунд работы на введенные 100 мл туминесцентного раствора. На точке входа порты я не применяю. Как-то не сильно они понравились мне.
в области лица, я считаю, ну, как-то достаточно травматично, крупные они на точке доступа, я использую при работе, постоянно контролирую влажные салфетки для исключения мацерации и ожога кожи. Моя техника работы с Вейзер аппаратом. Движения зонда должны быть свободными, легкими. Мы ничего не форсируем, силой мы зонд не продвигаем. Мы не останавливаемся на одном месте. Недопустимо получение затяжек, втяжение кожи. То есть очень важно работать ультразвуковым зондом в разных положениях, постоянно меняя направление и мягко, без усилий. Самый нежелательный, ну вот что я увидела в своем опыте, нежелательный механизм действия ультразвука – это термическая энергия. Мы не должны допускать нагрев тканей, нагревание тканей. Этим мы будем избегать ожоги, появления сером и, конечно, нейропатии ветвей лицевых нервов. Опасности при работе с Вейзер-режимом – это именно нейропатия лицевого нерва, ветви. Чаще всего это может быть щечная или краевая ветви. Они могут появляться при превышении времени работы ультразвуковым зондом в опасных областях и недостатке объема анестезирующего туминесцентного раствора. Я работаю в подкожном слое, дренажи я не оставляю после этого, и накладываю швы на точки доступа. Послеоперационное ведение таких пациентов, конечно, накладывается после операции эластичная теменно-подбородочная повязка, и есть небольшие различия по ее ношению. Если липосакция была выполнена изолированно у пациента, то ношение эластичной повязки мы продолжаем до месяца. Если липосакция была этапом комплексного омоложения лица, то повязка применяется в зависимости от заживления основных ран, обычно 5-7 дней. Вот я представляю вашему вниманию работы мои, которые выполнены мной. Это у этой пациентки выполнена липосакция нижней трети лица и шеи, больше никаких вмешательств у нее не проводилось. Ну, вот так у нас выполнено. Это пришла молодая девушка с запросом уменьшить подподбородочную область шеи, чтобы было более худые области у нее. Ну, вот просвечивает у нее синячок, это за неделю она бытовую травму дома получила. Мы в эту область не ходили при липосакции. Вот такой у нас получился результат. Следующее. Пациентка 53 лет, в ее случае применение Вейзер липосакции было в комплексном омоложении лица. Выполнялась липосакция лица и шеи, верхняя и нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с резекцией кожи, платизмопластика с масс-лифтинг. Этой пациентке выполнялась изолированная липосакция с помощью Вейзер-аппарата, это липосакция нижней трети лица и шеи и нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика. Эта пациентка 59 лет, мы выполняли комплексное омоложение лица, у нее тоже применялся Вейзер-режим. Липосакция, смаз-лифтинг, платизмопластика, верхняя и нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с резекцией. Вот такой результат. Эта пациентка 50 лет. В ходе тоже комплексное проведение омоложения были одновременно выполнены в одну операцию липосакция, смаз-лифтинг, платизмопластика, блефаропластика. Пациентка 60 лет, практически тот же комплекс вмешательств с применением Вейзер аппарата. Все время путаюсь, как же правильнее Вейзер, иногда хочется сказать Вейзер. Это пациентка 42 лет, у которой выполнялась
Применение также аппаратов для липосакции, смаз-лифтинг, платизмопластика, нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с резекцией кожи. Вот такой результат. Пациентка 60 лет, комплексное омоложение лица с применением аппарата нашего любимого. Липосакция, смаз-лифтинг, платизмопластика, блефаропластика. Пациентка, у которой тоже был достаточно большой объем, 42 лет, это иногородняя, приехала она на контрольный осмотр через полгода. В ее случае выполнялась липосакция лица, шеи, смаз-лифтинг и эндоскопический лифтинг лба. Вот такой у нас результат получился. Это наша клиника. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое за доклад. Я призываю аудиторию досидеть до конца, потому что вопросы, обмен мнениями у нас будут уже после того, как все спикеры доложатся. Вот, еще раз спасибо, Юлия Николаевна. У меня есть к вам пару вопросов, но это уже на потом. Вы не ляжете спать? Нет, конечно. Отлично. Я полностью с вами. Замечательно. Вот мы двигаемся дальше, и Павел Александрович... Юлия Николаевна, пожалуйста, закройте экран. Ага, спасибо. Да, итак, Павел Николаевич, Александрович, прошу прощения, Павел Александрович Ашурков, город Екатеринбург. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что есть возможность обменяться опытом, принять участие в таком масштабном мероприятии. Я запустил презентацию. Презентацию видно? Презентацию видно. Позвольте представить вам наш опыт использования аппарата в реконструктивных и эстетических операциях на лице. Вообще, спасибо. Я представляю, оперирую в трех городах: в Екатеринбурге, в Москве, в Набережных Челнах, и по специальности продолжаю работать по двум направлениям, это по нейрохирургии и пластической хирургии, поэтому кейсы, которые я представлю, они некоторые будут эстетические, а некоторые с элементами реконструкции покажу. Вообще липосакция, естественно, является популярной операцией, существует у нас большое количество различных методик. Я использую не все в своей практике, с лазерной я не знаком, а варианты механической и ультразвуковой я стараюсь использовать и комбинировать на сегодняшний день. Безусловно, есть определенные плюсы использования, с моей точки зрения, ультразвуковой липосакции. Тогда, когда мы на нее перешли, мы получили определенные возможности в плане более атравматичного удаления жировой эмульсии, меньшего количества крови, большего количества аспирата. Хотя мы, собственно, не гоняемся за большим объемами удаления без надобности. Безусловно, существует большое количество зондов. Я думаю, все, кто сегодня присутствует на конференции, они о них знают. Я озвучу те варианты, которые мы используем непосредственно на лице. И мне нравится, что у аппарата есть некий звуковой контроль, который позволяет нам убедиться, что обработка ультразвуком идет адекватно. Вот. Мы все знаем, что при обработке ультразвуком поле работы мы переводим жир в некое иное состояние, он становится более податливым, и даже при надавливании, как продемонстрировали некоторые докладчики, уходит из тканей. Вот. Кроме того, в целом мы даже при больших объемах перестали переливать кровь. Ну и раньше это было редкие случаи, но с вейзером не было. В целом, буквально последние вступительные слайды, и перехожу к лицу. Аппарат хорошо себя зарекомендовал с нашей точки зрения на хирургии high definition, на больших объемах удаления. Также мы получали довольно стойкие результаты, в том числе при комбинации аппарата с открытыми технологиями и при комбинации аппарата с липофилингом. И
получив довольно интересные результаты, ну, по сути, по всему телу, потихонечку начали проявлять интерес к работе с лицом. Первые наши пациенты – это изолированная липосакция подбородочной области. Технически мой взгляд на эту операцию следующий. Это деликатное удаление практически максимального объема подкожного жира. Работаем мы подкожно, в глубокие слои я также не захожу. Отсутствие неровностей и бугров после аппарата практически не формируется. И довольно неплохое сокращение кожи во всех случаях, даже тогда, когда мы имеем, ну, довольно большое провисание кожи исходно. С чем ассоциирован аппарат? Довольно длительный и плотный отек, с моей точки зрения, формируется в зонах работы, и некоторые пациенты воспринимают этот отек как какие-то тяжи, называют это фиброзом, но, естественно, все проходит с течением некоторого промежутка времени. Когда мы используем разметку, я обозначаю обычно несколько точек входа, как минимум это 3 точки входа, как максимум это 5 мест вколов, покажу их на следующих слайдах. Использую обычно в зависимости от ситуации от 200 до 500 мл раствора. Кроме того, работаю я в режиме периодической подачи ультразвука в среднем где-то 3, 5, иногда 7 минут, в зависимости от объема введенного раствора, ориентируясь на сопротивление тканей. И, естественно, мы применяем также компрессию. Вот. Я стараюсь на разметке обозначать основные проблемные зоны, в которых можно получить какие-то анатомические проблемы в плане неврологического дефицита и так далее, и поэтому, соответственно, обычно работаем деликатнее в этих зонах и в других направлениях, что позволяет минимизировать эти риски и не получить проблем. Ну, несколько клинических ситуаций, несколько пациентов – это изолированная липосакция лица. Вот разница где-то 2 недели между этими фотографиями. Мужчины тоже приходят, свежий снимок. На снимке увидите, тут некоторые гематомы сформировались, рассасывающиеся, небольшие. Больших гематом мы не получали при хорошей компрессии. Вот я специально собрал несколько таких показательных ситуаций. Первые пациенты, где, возможно, была более агрессивная работа, когда у нас мы получали здесь гематомы, потом практически такой истории не было. Еще одна пациентка, довольно короткий подбородок с элементами микрогнатии, особая его форма. Тоже получили неплохой результат даже в такой ситуации. И вот пациентка, вы видите, которая прямо просится на открытую хирургию, вероятнее всего с плетизмопластикой, но в целом получили тоже довольно неплохую подтяжку кожи, и в том числе в отсроченном периоде. Еще одна пациентка – это уже комбинация с удалением комочков биша у этой девочки. Изолированная липосакция, приличный объем подкожного жира. И пациентка с, опять же, комбинация этой операции вместе с установкой имплантов в подбородок. Мы обратили внимание при переходе к открытым, при сочетании вазера с открытыми операциями, что кожа отделяется значительно легче, с моей точки зрения, чем без вот этого преканюлирования. И по итогу абсолютно все операции, открытые на лице, я стал начинать с ультразвуковой работы на аппарате Вейзер. Сначала я выполняю преканюлирование, отслойку, по показаниям выполняю аспирацию или ее отсутствие аспирации ткани, и дальше уже работаю открыто. Что касается разметки, ну вот это классическая разметка, здесь мы еще с девушкой с лбом работали, желтыми крестиками я обозначил точки входа для преканюлирования средней зоны и, соответственно, подбородочной зоны и шеи. Это классические, в моем понимании, точки входа, за исключением нижней, иногда мы ее не используем. И стрелочками обозначил линии, по которым происходит преканюлирование и отслойка. Я очень часто стал сочетать технологию с липофилингом лица. Все открытые подтяжки практически дополняю какими-то элементами липофилинга. Ну и точно так же обозначил точки входа. И, кроме того, обозначил элементы зон, в которых мы чаще всего выполняем липофилинг, хотя они индивидуальны, естественно. В данной ситуации
продемонстрирован результат подтяжки СМАС с липосакцией подбородочной области и последующей подтяжки с латеральной эпилитизмопластикой и липофилингом средней трети лица. Это результат изолированного липофилинга средней трети лица. Кроме того, вот еще один результат мужчина, который не хотел никаких открытых технологий, но хотел определенные изменения, и кроме того, его смущала атрофичность тканей, этот липофилинг. Липофилинг мы применяем и у пациентов, имеющих какие-то посттравматические или иатрогенные дефекты. Ну, здесь липофилинг практически всего лба выполнялся с липофилингом костного дефекта, области костного дефекта после наложения трифенационных отверстий. Еще один пациент, левый висок у него запавший, пациента это смущало, выполнен липофилинг височной области для того, чтобы компенсировать вот этот косметический дефект. Это ранее оперированный нейрохирургический пациент. Еще одна пациентка, точно так же имеется костная деформация исходная, выполнено оперативное лечение у нее по поводу этой костной деформации, сформировалось вот такое вот западение, опять же, слева в области височной мышцы, тоже липофилинг. Сейчас на этом фото есть некий плюс ткани, естественно, мы рассчитывали на последующее уменьшение объема, собственно, что и получили. Ну и еще одна пациентка, комбинация технологии с открытыми вещами. Здесь выполнялась коррекция логофтальма у пациентки и также коррекция средней трети лица. Вот, мы использовали аппарат Вейзер. В целом, сегодня прозвучало, что существуют риски дополнительные со стороны ультразвука для нервов, но я обычно использую даже там, где мы сейчас будем выполнять реиннервацию, поэтому я не видел никакого-то неврологического дефицита при работе ультразвуком в этих зонах. Еще один пациент, тоже с исходной асимметрией, открытая подтяжка, тут хитрая была подтяжка из доступа из-под глаза средней трети и, соответственно, липофилинг лица. Ну и какие-то тяжелые пациенты исходно, тут огнестрельное ранение в голову с множественными дефектами и некоторые другие. Ну и иногда мы вот как раз выполняем операции, направленные на симметризацию лица одновременно, опять же, с липофилингом. У данного пациента еще и с реиннервацией нервов, кросс-пластикой, у которого начали потихонечку появляться движения. Он нами совместно с коллегами оперирован, кстати, в Москве. Вот. И, наконец, из таких реконструктивных сложных, ну, тоже пациентка с парезом 7-й, 5-й пары, где мы использовали эстетические этапы коррекции. Ну, вот это один из этапов. Мы еще занимаемся, продолжаем работу с симметризацией. У пациентки выполнена ампутация глазного яблока. В этой связи, естественно, вот этот дефект явно виден. Мы его компенсируем, чем можем, пластически. Ну и, наконец, мы использовали аппарат даже вот у таких пациентов со сложными краниальными дефектами, которым, казалось бы, довольно небезопасной может представляться работа. Здесь там множественный опухолевый процесс, и в последующем мы выполнили реконструкцию лица. К сожалению, фото самого пациента нет окончательного. Ну и несколько кейсов чисто эстетических. Опять же, средняя треть лица, липофилинг, липосакция, открытая подтяжка, СМАС. Еще один кейс, это один из первых. Тут были некоторые технические нюансы, когда мы только начинали технологию, но в целом тоже получили неплохой результат. Еще два кейса. Вот дочь, она уже была представлена, и мама. Маме выполняли подтяжку, дочери липосакцию единомоментно. И здесь слайд, где они радостно танцуют. Не буду запускать это видео. Но это были 8-е сутки после операции. Я лишь хотел показать, что отек, ну, не грубо выраженный у пациентов. Они вот тут решили нарушить рекомендации, сняли маски. Но в целом получилось забавное видео. Еще одна пациентка. Также тут некоторый комплексный подход к лицу.
Снова СМАС, СМАС с подтяжкой средней нижней трети, липосакция подбородка, элементы липофилинга. Ну, иногда наши результаты нас особенно радуют. Вот еще одна пациентка, конечно, тут не обошлось без визажистов, но в целом, я думаю, результат довольно ярко виден. 3 недели между фотографиями перед операцией и вот на юбилее пациентка сфотографировалась у себя. Ну и тоже анонсирую кадавер-курс, который мы будем проводить 3-4 июня в Москве. Телефон для связи я свой оставил. Если будет желание, будем всех рады видеть. Готов ответить на ваши вопросы. Спикера. Вот, потому что вопросы, конечно, тоже возникли. И дальше я передаю слово Максиму. Ирина Эдуардовна, спасибо. Я сейчас как раз хочу озвучить второй интерактивный опрос. И опрос заключается в следующем. Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, скажите, пожалуйста, какие преимущества работы на лице аппаратом Вайзер для вас представляют интерес? У вас есть выбор из 5 ответов. Пожалуйста, не стесняйтесь, используйте ваши компьютеры, гаджеты, телефоны, планшеты. И пока вы отвечаете, я бы хотел спросить, Ирина Эдуардовна, что бы, может быть, вы сказали по поводу предыдущего доклада Павла Александровича? И пока он у нас в студии, мы можем ему какие-то 2 вопроса задать, пока наши зрители отвечают на интерактивный опрос. Ну, собственно говоря, я думаю, что все-таки мы, наверное, появятся вопросы еще и в чате. Вот отдаленные результаты, вот мне интересно. Ну, во-первых, технический вопрос я пропустила, или вы ничего не сказали об амплитуде, которую вы используете? Я, по-моему, сказал, но на всякий случай, конечно, может быть, не акцентировал внимание. Я использую 30% в основном, там, в 99% случаев, там, за исключением тех ситуаций, когда где-то сложно пройти через рубцовые изменения. 30% импульсная подача. Хорошо, спасибо. И второй вопрос, если я успеваю его задать еще? Да-да. Второй вопрос. Вы показывали результаты изолированной липосакции. Меня интересуют отдаленные результаты изолированной липосакции у возрастных пациентов, у тех, у кого имеются уже не просто излишние жировые отложения при полном благополучии тканей, а те, у кого имеются уже и расслабление кожи, и гравитационные изменения, как потом себя ведут эти ткани в сравнении со стандартной липосакцией, потому что я так поняла, что вы ее тоже практикуете, да, у возрастных пациентов, изолированную липосакцию. Значит, я скажу следующим образом. Я раньше работал на механической липосакции, обычной, да, то есть не использовал ультразвук. Сейчас не применяю ее практически, потому что есть возможность во всех клиниках использовать аппарат. Результаты мне нравятся больше. В сравнении я вижу, что кожа подтягивается, и ткани подтягиваются лучше, чем без обработки ультразвуком. Меньше неровностей, меньше бугров каких-то, более тщательно можно проработать детали, там угол нижней челюсти вывести и так далее. Но отдаленно я очень часто не применяю у возрастных пациентов изолированную липосакцию в той связи, что, конечно, иногда ткани все равно провисают. Просто это те пациенты, которые по какой-то причине там не настроены на операцию с любыми разрезами. То есть это их просьба, мы обсуждаем с ними, что, собственно, этим пациентам показана открытая хирургия, и они вот идут, скажем так, на мини-инвазивные процедуры, понимая, что результат может быть не 100%. Я видел отсроченно у некоторых пациентов провисание ткани. Оно меньше, чем было до операции, оно лучше, чем было без ультразвука, но все равно оно присутствует, особенно в средних отделах, скажем так, шеи,
вот эту зону, ну, тут практически без плетизмопластики у этих пациентов не вытянуть. Я не вижу себе иных возможностей. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, давайте посмотрим на результат нашего опроса. Итак, какие преимущества работы на лице аппаратом Вайзер для вас представляют интерес? Так, очень любопытный результат. На первом месте у нас атравматическая сепарация слоев мягких тканей на лице. Ирина Эдуардовна, вы хотели бы прокомментировать эти результаты? Ну, в общем, ожидаемые результаты, если честно. Вот ничего другого я и не ждала. Вот поэтому мои ожидания полностью подтвердились. Понятно. Тогда разрешите мне объявить рекламную паузу. Мы объявляем рекламную паузу. За это время следующий докладчик, Вячеслав Петрович, придет к нам в студию, и мы уже будем его приглашать. Специально для пластических хирургов. Очень коротко. Вы этого ждали? Вы успешный хирург и решаете задачи по ринопластике и маммопластике. Послушаем, что еще хотят от вас пациенты. Я видел процедуры, а вот отсюда можно убрать, а вот сюда добавить, чтобы... Ну, как песочные часы. Так реально сделать? Ну, я хочу кубики и рельеф. И сразу. Хочу убрать целлюлит. Доктор, я хочу вот здесь вот убрать лишний жир, чтобы грудные мышцы мои лучше выделялись. Хочу убрать жир сразу и изо всех мест. Хочу безопасную процедуру и без осложнений. Пациенты не очень разбираются в деталях процедур, но... Они знают, за что платить деньги. У вас есть, что им всем предложить? Если все уникальные моменты технологии Вайзер Липа собрать в одно предложение, получится, что Вайзер – это единственная система, обладающая тканевой селективностью. А что это значит для меня? Это означает максимально бережное отношение к нервам, лимфатическим и кровеносным сосудам. В той зоне, где была липосакция, были сохранены потрясающим образом все кровеносные сосуды. Но больше всего удивило то, что были сохранены лимфатические сосуды. Это новая универсальная методика. Для Вайзера характерна минимальная кровопотеря, инвазивность и риск осложнений. Что такое кровопотеря после даже обширных липосакций? Да? Здесь, в принципе, можно говорить о большем количестве удаления жира, да? Потому что кровопотери будет меньше. Это тоже очень важно. После Вайзер липофилинга я наблюдаю максимальное приживление жировой ткани и прекрасный удаленный результат. Если вы пересадили литр Вайзер ассоциированного жира, то у вас приживется от 700 до 800 миллилитров этого жира, что позволит значительно лучше дать вам объемы. У меня нет недовольных пациентов после липофилинга. После Вайзер липопластики получается лучший рельеф с мягким, с лучшим градиентом перехода. Одним из самых главных показателей липосакции является сократимость и ретракция кожи. Сокращение при Вайзер липосакции на 40-50% больше по сравнению с любой другой методикой. При использовании правильной техники липопластики с использованием Вайзера результат остается стабильным, даже если пациент поправился или скинул вес. Пациенты очень довольны процедурой, результатом и состоянием кожи. После Вайзер процедур результаты улучшаются со временем. Вайзер – это Феррари в мире хирургических машин. Вайзер полностью меняет жизнь хирурга. Хотите убедиться? Запишитесь на мастер-класс Вайзер. Все категории пациентов ваши. Угу. Ирина Эдуардовна, пожалуйста, представляйте. Да, коллеги, мы продолжаем.
Позвольте представить следующего докладчика, Грибкова Вячеслава Петровича, город Москва. И Вячеслав Петрович продемонстрирует свои достижения в работе с лазером при омолаживающих операциях лица и шеи. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хочу вас поприветствовать на третьей ежегодной конференции, которая посвящена лазер-технологии. В Москве солнечно, тепло, настоящая весна. Надеюсь, Ирина Эдуардовна, у вас тоже в Санкт-Петербурге такая же погода. Жалко. Да, печально. Приезжайте к нам. У нас солнышко. Я работаю в пластической хирургии уже 30 лет и около 8 лет занимаюсь технологией лазер. Надо сказать, что к концу нулевых годов я практически перестал выполнять обычную механическую липосакцию. И, конечно, меня, скажем так, перевернуло мое представление о тех возможностях. Это Альфреда Гойс со своей технологией лазер-технологии липоскульптура высокого разрешения. И в первую очередь у всех, когда мы слышим лазер, это, конечно же, это липоскульптура высокого разрешения, high definition. Но такие же успехи можно достигнуть и другими методами. Допустим, тоже хорошо зарекомендовал себя PAL, там, или PowerX, или другие инструменты. Особенности ультразвуковой технологии заключаются в том, что это селективная технология, и воздействует только на жировую ткань. Минимальная травматичность, минимальная кровопотеря, сохранность адипоцитов. И возникает вопрос, почему же большинство хирургов избегает работы с ультразвуком на лице и в деликатных зонах? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Дело в том, что я занимаюсь обучением уже в течение 2 лет. Компания Premium Aesthetic пригласила меня для преподавания в качестве тренера хирургам. Уже около 30 клиник я обучил в нашей стране и ближней зарубежье. Больше 100 хирургов, наверное. И на основании этого я могу сказать, что у нас существуют некие стереотипы, я бы назвал их мифы, которые я хотел осветить в своем докладе. Первый миф – то, что лазер плавит жир. Да, зонд может сильно нагреваться и может разрушить ткани, вызвать некроз. Но дело в том, что это, вот, кстати, моя пациентка, получила некроз, чистый ожог. И, соответственно, если вы получали такие ожоги и потом продолжаете работать с лазером, я думаю, что это вы понимаете, о чем я имею в виду. Итак, есть два правила Михеля Зотчи. Это итальянский хирург. Он работал на всех аппаратах ультразвуковых первое, второе поколение. И он говорил, он, кстати, успешно работал, и он говорил, что нужно держать ткань влажной и обеспечивать постоянное движение зонда. Ну, я не смог вставить свои 3 копейки, естественно. Я немножко дополнил, что нужно еще не прилагать усилия при движении зонда и обязательно контролировать подачу энергии. Этому я обучаю на своих, так сказать, мастер-классах. И это основано не на моем предпочтении, а это основано на фундаментальных физических принципах. То, что мы знаем, широко это известно, и компании презентуют, производящие лазеры, они презентуют как основной механизм действия – это кавитация. Да, мы знаем, что происходит воздействие ультразвука на жидкую среду, и происходит сжатие и разрежение, и с этим образуется резонанс, и миллионы пузырьков воздушных образуются в результате этого воздействия, которые нежно отделяют адипоциты друг от друга. Вот несколько нюансов есть. Да? Во-первых, возникновение пузырьков возникает достаточно быстро. За 200 микросекунд происходит образование пузырька и его эксплозия. Конечно, есть много вопросов в теории микропузырьковой кавитации, но это сложно разбираться всем хирургам. Это разбирается в этом хорошо физики. Почему происходит нагревание зонда? Потому что происходит трение. 36 тысяч раз в секунду зонд движется вперед и назад. Да, амплитуда небольшая, от 20 там, до 80 микрометров, но тем не менее это вызывает повышение температуры, причем он может нагреться за секунды до состояния прям расплавленного, скажем так, металла. Бывает, что недостаточное количество жидкости в тканях приводит к нагреванию. Постоянная подача энергии без контроля нагрева зонда тоже приводит к ожогам. Остановка, медленное движение или небольшая амплитуда зонда тоже может нагревать ткани. Неправильно выбрал зонд, допустим, диаметр, не соответствует мощности. Фиброзные ткани, если незначительное количество жировой ткани, например, у постбариатрических пациентов, то мы также можем сильно нагреть зонд.
Важный момент такой, нужно который запомнить, что кавитация и тепловой эффект, они находятся в обратной пропорциональной зависимости. Если мы слышим вот этот волшебный звук, так жжжж, который звучит при работе аппарата, то мы можем спокойно говорить, что да, кавитация происходит, что теплового эффекта нету. И наоборот, когда у нас прекращается вот это звучание, то мы должны опасаться, что зонд может нагреться. И, то есть мы контролируем и звуком, и рукой нагрев зонда. И хочу немножечко добавить, есть такой еще эффект акустическая левитация. Есть такой приборчик, помещается между двумя генераторами ультразвука с частотой 40 кГц. И если поместить маленькие полистироловые шарики, то они зависают в воздухе. И можно подумать, что это чудо, левитация, начинает в ультразвуковом поле парить вот эти вот мелкие частички пенопласта. Но физики говорят, что это происходит из-за того, что из-за резонанса. То есть, когда возникает резонанс, что такое резонанс? Это когда волна, встречная волна, наслаивается на другую волну. То есть интерференция когерентных волн возникает. И в этом случае происходит вот этот эффект кавитационный, который усиливает амплитуду сразу в несколько раз. За счет чего происходит эффективная работа именно вейзера? За счет кавитации, за счет усиления вот этого звукового эффекта. И происходит, собственно говоря, лучший эффект по сравнению с первым и вторым типом ультразвуковых аппаратов. Итак, при акустической левитации вот эти вот зоны, при которых происходит наложение интерференции волн, происходит образование неких узлов статичных, которые неподвижны. А зона высокого давления и зона низкого давления происходит протекание той среды, через которую проходит ультразвуковая волна. То есть, когда волна проходит, зона сменяется высокого разрешения на низкое давление и наоборот. И, соответственно, через эту точку неподвижную происходит движение потока. То есть вокруг вот этих частиц происходят вихревые движения, которые, собственно, держат, компенсируют тяжесть, притяжение Земли. И, соответственно, что энергия ультразвуковых колебаний не передается материалу, она не напрямую поддерживается, а за счет вихревых движений. То есть вот эта сила тяготения противостоит силе движения потока среды, которая сама по себе устремляется со всех сторон. И это наблюдается только при эффекте стоячей волны. Немножко, может быть, не совсем понятно. Но вот если мы поместим каплю воды в это ультразвуковое поле, то в этой точке стояния возникает, капля воды превращается в тороидальную фигуру, через которую, собственно говоря, происходят вот эти потоки. То есть, если образно говоря, мы представим себе зонд ультразвуковой, на кончике возникают вот эти вихревые, то есть мало того, что кавитация, но еще возникают вихревые потоки. И, соответственно, когда у нас зонд проходит в ткани, происходит излучение ультразвуковой волны, скорость звука составляет где-то 1200 метров в секунду, это примерно 4200 км в час. И это 4 маха. Собственно говоря, это гиперзвук. То есть мы работаем с гиперзвуком. И вот эти волны, которые вихревые, возникают вокруг частиц, собственно говоря, они перемешивают ткани, за счет чего происходит и конвекционное охлаждение, собственно, зонда. Это один из механизмов, который существует при работе с этим аппаратом. Второй миф. Зонд не должен находиться ближе 1 сантиметра от дермы. Это правило продиктовано только страхом термических повреждений или ишемии тканей. И наибольшая возможность, я вам скажу, что ретракция кожи можно достигнуть только, когда мы работаем именно на гиподерме, прямо, например, скоблим зондом именно в подкожной плоскости. При этом мы производим термомеханическую стимуляцию. Это важно, потому что я немножко потом расскажу, для чего это нужно. То есть мы не совсем его держим в холодном состоянии, немножечко подогреваем, где-то до 40-50, максимум 60 градусов. Третий миф – это серома. Нет никаких доказательств способности ультразвука образовывать серому при соблюдении техники работы. Если нет компрессии, то, конечно, серома будет образовываться. Как только я стал использовать плотную компрессию сразу, прямо на операционном столе, серомы прекратились вообще. То есть я их не наблюдал никогда. Четвертый миф – это ограничение времени обработки ультразвука. Мы знаем по протоколу, что у нас 1 минута, максимум 2 минуты на 100 мл жидкости. Это рекомендовано для того, чтобы избежать риски ожогов и сером. Но это ошибочная стратегия, которая не позволяет воспользоваться всеми преимуществами технологии.
истинная ценность ультразвука заключается в том, что он вызывает меньшую травматичность по сравнению с другими методами и технологиями. И чем мы больше произведем кавитацию, чем у нас больше произойдет эмульсификация ткани, тем у нас, мы, собственно говоря, даже быстрее заберем жировую эмульсию, нежели мы забираем там, с помощью силовых ассистированных липосакций, допустим. Да? Пятый миф. Опять-таки, сочетание вот ультразвукового эмульгирования жировой ткани, допустим, с обычной липосакцией или, допустим, применение силовых устройств, это лишает главного преимущества – атравматичности забора жира. Как бы мы ни, аккуратно не работали с тем же палом, или фагой, там, или пауэр-иксом, мы все равно травмируем ткани, особенно в деликатных зонах. Поэтому мы либо забираем канюлями Вендекс, которые позволяют забирать полученную жировую эмульсию без травматизации депозитов и окружающих тканей, или забираем без сильного вакуума, просто шприцем, но обязательно с мультихольной канюлей. Это объясняется физическим законом Бернули. То есть, эта технология основана на исключительно физических принципах. Ретракция кожи. Тут очень много таких моментов. Была статья, по-моему, в 2013 году, опубликованная Ванек и Неги. Ну, скажем так, немножко ангажированная была статья с явным конфликтом интересов. Было много критики по поводу и дизайна, и результатов, и интерпретации результатов этой работы. Суть заключается в том, что в своей работе мультицентровое, перспективное, рандомизированное, вроде бы как все это красиво звучит, в работе было написано, что уменьшается кровопотери на 25%, а кожа сокращается там, на 30%, но это все зависит от того, как вы работаете. Если вы зонт не нагреваете, не работаете в гиподермальном слое, кожа у вас сокращаться не будет. Если вы работаете достаточное количество времени для того, чтобы эмульгировать всю подкожную жировую плоскость, вы заберете без крови, то есть жир у вас будет бескровный, вы заберете такую желтую массу, похожую на мед, кстати. И по теории, сам по себе ультразвук не вызывает сокращение кожи. В теории мы знаем, что мы имеем дело с гидротермальным, с термическим сокращением коллагеновой сети. Достаточно много и хорошо это изучено в других работах. Мы знаем, что это индуцируется за счет повышения температуры, и разрушение происходит коллагена за счет разрушения водородных связей, но это внутримолекулярные разрушения, то есть межмолекулярные термостабильные альдегидные связи, они остаются не затронутыми, поэтому происходит эффект схлопывания коллагена. Это в теории, но есть нюанс, потому что коллаген есть разный, он есть разный, и мы по-разному с разными температурами будем работать. Говорят, что много я говорю, буду сокращать, значит, есть противоречия о том, что гипотеза схлопывания денатурации коллагенов волокон является основной причиной, и она достаточно сомнительная. Сейчас основная теория, почему кожа сокращается, это концепция Джина Риготти, посттравматическая фибропластическая теория неокалогенеза или BMS, биологическая морфогенная хирургия по Джина Риготти. Интересно, почитайте. И основная ответственность за этот феномен – это белые жировые клетки дермы, которые доказано еще 10 лет назад, что они могут трансформироваться напрямую в миофибробласты. И, собственно говоря, они сокращают кожу. Не будем. Так, по поводу применения. Достаточно хорошо используют, допустим, для липосакции удаление липом. Контур получается на лице достаточно четкий. Мне нравится работать с вейзером. Это мягкая такая работа с хорошим результатом. Мы видим улучшение контура сразу на столе и в течение последующих нескольких месяцев. Окончательное улучшение контура происходит через 5-6 месяцев. То есть это не быстро. По поводу других способов. Вообще вейзер – это инструмент. Мы можем использовать как с любыми способами хирургического лечения тех же там, птозов лица, СМАС, там, МАКС и так далее, другие липофилинги и так далее. С возрастом у нас происходит
атрофия жировой клетчатки, уменьшение жировых пакетов. Мы это все знаем, эти пакеты с возрастом. Мы, естественно, лучше, красивее не становимся. Пакеты хорошо изучены. Лэмберс первый написал, ну, вернее, не он первый, но тем не менее он создал концепцию о том, что происходит потеря объема в жировых отсеках. И, собственно говоря, кожа провисает из-за этого, что теряется объем. И Рорич и Пес, они написали, что селективная дефляция глубокого жира уменьшает проекцию и, собственно говоря, это приводит к избыточности кожных покровов и к иллюзии ощущений. Мы это видим на знаменитых людях и на себе, кстати, тоже видим. Волюметрическая теория старения больше 100 лет. Вейзер позволяет получать эмульсию очень такую нежную из отдельных клеточек. И вводить ее можно прямо без всякой обработки, дает великолепный результат. Мне кажется, там пишется, что 80% приживает. Мне кажется, там все 100% приживается. Процентов. Очень хорошее приживление. Но есть один нюанс. Особенности работы в области век можно использовать, но очень осторожно, потому что любое малейшее введение избыточного количества жировой эмульсии приводит к образованию, тут не очень видно хорошо, вот здесь могут образоваться такие валики, с которыми очень сложно бороться. Коллеги, если у кого-то есть опыт борьбы с этим, пришлите мне, пожалуйста, какую-нибудь рекомендацию, потому что кроме как радикального хирургического лечения, я, собственно говоря, не знаю, как от этого избавиться. Вот такие посылают мне фотографии после липофилинга. Я думаю, таких много. Липоскульптура. Тут мы просто-напросто забираем с одного места, перемещаем в другое. Хороший результат. Это без всяких разрезов. Только через проколы мы получаем результат. Это женщина 60 лет. Тоже ни одного разреза. Мы получили такой эффект с помощью того, что где-то мы убрали жир, где-то добавили. За счет этого получился вот такой неплохой, на мой взгляд, результат. Ну, обычная ситуация, при которой мы избыточные ткани мы убираем, человек, естественно, становится, интересно, более привлекательным. Известно, что стволовые клетки жировой ткани могут подавлять производство меланина, инвитро, инвиво, и за счет увеличения секреции фактор роста TGF-бета-1. Это медиатор паракриновых сигналов. И вот смотрите, интересно, здесь, наверное, не очень хорошо видно, но вот у нее пигментные пятна гораздо меньше стали. Это такое наблюдение мое. Ну, наверное, в других пациентах, у которых есть пигментные пятна, тоже они уменьшаются. После кожи. Кожа после 40 лет плохо сокращается. Вот мы видим, видите, прям островками сокращается кожа при удалении избыточного количества жира. И, конечно, здесь нужно было удалять лишнюю кожу. Вот мое такое лицо, когда я в первый раз получил такой результат. Белая жировая клетка ткани формируется вокруг, собственно говоря, волосяных фолликулов. У человека она расположена мозаично, в отличие там, от мышей. У мышей сплошным слоем подкожно располагается. И развитие как раз фиброза хорошо коррелирует с этими белыми жировыми клетками. Отсюда, кстати, для полноценного заживления ран необходимы вот эти дермальные эпоциты. Но они могут увеличивать риск образования гипертрофических рубцов из-за потенциальной дифференцировки в миофибробласты. Если мы ничего не делаем с кожей, у нас получается достаточно большой избыток кожи, его нужно иссекать. Это моя пациентка. Эта пациентка тоже, смотрите, так не особо хороший результат. Это космос-клиника, австралийская клиника. Ребята очень хорошо работают с Вейзер-технологией много лет. Брайан Мендельсон нас научил всем слоям, связкам и так далее. Конечно же, есть такая концепция Max Lift. Да, к выводам. Мы получаем такие результаты. Выводы такие. Да, если можно использовать как инструмент, Вейзер, конечно, незаменим в плане претонулирования, травматической отслойки. И мы не можем использовать эту методику как одну единственную. Это просто инструмент. И она не может быть одинаково хороша для всех. Нужно индивидуально подбирать для разных людей разные методики. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, следующая презентация – это презентация доктора Амжата Аль-Юсеф. Но, к сожалению, по техническим причинам он не сумел приехать к нам в студию, и мы с ним созвонились. Он попросил меня доложить его клинические результаты, и я, конечно, с большим удовольствием и с большой гордостью предоставлю 3 его клинических случая. И начну с первого. Каково было желание пациента изначально? Избавиться от старого подбородка и создать четкий овал нижней челюсти. Что было выполнено? Через микроразрезы за ухом и под подбородком сделан этап инфильтрации,
Собственно, именно через эти же микроразрезы провели ультразвуковой зонд и провели следующий этап, этап ультразвукового озвучивания. И через эти же проколы проводили очень деликатную аспирацию. Деликатную, потому что это лицо здесь важно не забрать излишек мелкодисперсной жировой эмульсии. Соответственно, в результате мы получили формирование четкого и плавного перехода между подбородком и нижней челюстью. Это также случай. Проводили такую же технику. В качестве реабилитации следует сказать, что компрессионную повязку держали где-то 7-10 дней, кожа сокращается и хорошо ложится в новых границах. То есть действительно, как говорил Вячеслав Петрович Грибков, если зонд очень деликатно и аккуратно нагревать где-то до температуры 40-43 градуса, то получается еще более выраженная ретракция кожи, и кожа очень хорошо ложится в новых границах. Что можно сказать о результате? Пациенты и первый, и второй, они остались довольными результатами. Мы видим четкую форму подбородка. Сейчас даже небольшое видео включу, подчеркнусь. Видите, зона перехода подбородка в челюсть и наружный челюстной угол. Видна четкая форма подбородка, отсутствие второго подбородка и четкие контуры хорошей выраженной мужской челюсти. Хирургический подход и результат технологии Вайзера. Ну, во-первых, это сокращение кожи, сохранение тургора, эластичности и четкая посадка в новых границах. Контролируемое температурное воздействие ультразвуком способствует сокращению кожи. То, что вот еще раз хочу провести параллель, мало этой литературы, мало этой информации, но вот как раз то, о чем говорил Грибков Вячеслав Петрович, это наличие так называемой белого жира, это островки белой жировой ткани внутри дермы, они, по данным научных исследований, они дают дополнительную ретракцию, дополнительное сокращение кожи. Этап эмульсификации жировой ткани обеспечивает гладкую укладку кожи на новое место, отсутствие бугров, извилин, достаточно ровная поверхность, хорошая текстура, ну и получили, собственно, именно эту гладкую поверхность. Этот очень любопытный случай, поскольку здесь работали не только с нижней третью лица, здесь работали и со средней третью лица. Изначально пациентка хотела получить хорошее худое лицо, V-образную форму, получить четкие очертания нижней челюсти и подбородка. Было выполнено три этапа, соответственно, инфильтрация, ультразвуковое озвучивание и аспирация по технологии Вайзер, два прокола за ушами и один под подбородком. Липосакция щек проведена через дополнительный прокол в височной области, ну и использовали такой подход Face Love Shape, то есть естественная живая форма лица. Что можно сказать о хирургическом подходе? Гладкая поверхность кожи, подкожной жировой клетчатки, сокращение кожи благодаря бережному тепломовому воздействию. И, что очень важно, сосуды и нервные окончания остались интактными благодаря подобранным режимам Вайзер. И, наконец, третий случай. Здесь есть несколько особенностей. Во-первых, здесь практически полностью средняя и нижняя треть лица была отсепарована ультразвуком кожи от смаз. Была проведена подтяжка лица и шеи, причем без липосакции и без коагуляции. Выполнена круговая подтяжка нижней и средней трети лица, лоб не трогали, работа с платизмой, подтяжка шеи и какие же хирургические тактики и возможности технологии Вайзер. Ну, во-первых, была цель придать объем лицу и потянуть его. Следующее стоит отметить, аппарат Вайзер использовали для отслойки кожи от смаз. Практически полностью отслоили кожу. На этапе инфильтрации граница сверху – это орбитальная зона, граница снизу – это первая линия Венеры на шее. Практически вся средняя и нижняя часть лица были инфильтрированы. Через три прокола перед мочкой уха в височной зоне и в затылочной зоне ультразвуковым зондом на низкой энергии провели диссекцию, отслоили полностью кожу от смаз и при этом липосакцию не проводили. Получилась чистая бескровная отслойка кожи от смаз всего лишь за 15 минут. Кожа сократилась, ножницами убрали спайки в нескольких местах. Далее работали со смаз в бескровном режиме, на бескровном поле.
натягивали несколько кожу, делали классическую подтяжку лица, и за всю операцию не был ни разу использован коагулятор. Технология себя оправдала, так работаем уже несколько лет. Вот это три кейса, которые представил доктор Амжад. Я благодарю его за работу, за интересное использование и за, в общем, достаточно продвинутое использование технологии Вайзер. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, и у меня теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, мы можем озвучить третий интерактивный опрос? Следующий. Вопрос заключается в следующем. Насколько технология Вайзер представляет больше возможностей при работе на лице, ну, по сравнению с остальными технологиями, по сравнению с традиционными технологиями? У вас сейчас есть время ответить на этот вопрос. Пожалуйста, используйте свои гаджеты. От себя я хочу сказать, что в рамках и в структуре компании Premium Aesthetics есть образовательный центр, центр Longevity, он сертифицирован Министерством высшего образования, и мы можем проводить обучающие программы. Не только по аппаратной косметологии, мы можем проводить обучающие программы по пластической хирургии, по пластической хирургии. И помимо базового обучения у нас есть и продвинутые курсы, есть возможность обучить интересующихся хирургов и процедурам high definition, возможность работать в деликатных зонах, в частности, это зона лица. Есть также возможность работать в достаточно редких зонах, как, например, такие деликатные зоны, как запястья и щиколотки. Тоже мы обучаем этому пластических хирургов. Поэтому, уважаемые коллеги, кому интересно, пожалуйста, звоните нам по телефону, он указан у нас на сайте, и мы подберем для вас ту программу, которая вам интересна. А сейчас я хочу спросить режиссера, есть ли ответы, пожалуйста, если есть, выведите на экран. Итак, насколько технология Вайзер предоставляет больше возможностей при работе на лице? Значительно, существенно, определенно, скорее всего. Но вот очень приятные результаты. Хочу спросить нашего уважаемого модератора, Ирина Эдуардовна, что скажете? Ну, вопросик был так себе, потому что, конечно, определение понятия значительно, существенно, определенно, это такое очень субъективное понятие. Но действительно приятные результаты, я вас поздравляю. Благодарю вас. На этом доклады все. Я передаю вам слово. У нас, между прочим, есть еще вопрос от доктора Хаустова из Одессы, Сергея Александровича. Так. Очевидно, это вопрос он прислал во время доклада, который вы озвучивали от имени Амжада Алиюсефа, поэтому я не знаю, насколько вы способны на него ответить без автора. Вот какой режим при отслойке кожи? Но я думаю, что мы во время дискуссии этот вопрос зададим всем спикерам. Вы знаете, да, я вряд ли сумею ответить, но сейчас, переходя к панельной дискуссии, я освобождаю место и приглашаю наших уважаемых спикеров занять место в партере. И, Ирина Эдуардовна, передаю вам слово. Да, ну вот пока спикеры идут, я хочу несколько вещей, на которые обратила внимание аудитория. Я, в общем-то, так не акцентировала, но раз аудитория обратила внимание, я тоже об этом скажу. Во-первых, тумесцентный, а не туминесцентный. Вот, и по-другому быть не может, да, потому что тумес – это вздутие, раздувание, и там еще есть какие-то синонимические названия. А затем, собственно говоря, парез все-таки, вот парез в пятой паре черепных нервов, имеется в виду тройничный нерв, вот что как-то, вот, но вот все-таки парез, понятие мышечное или понятие нервенное, да, это просто задуматься. А затем, это уже от меня лично, относительно того, что в дерме содержится белый жир, это дискутабельная история, потому что достаточно открыть классическую гистологию, чтобы увидеть, вот где находится жир, где. Ну, то есть у дерматологов свои терминологические понятия, но все-таки жир это жир, а кожа это дерма.
Вот, и относительно коллагеногенеза, и, в общем-то, да, это, наверное, тема отдельного уже собрания, потому что сейчас мы просто не успеем погрузиться в недра этой дискуссии, но, во всяком случае, вопросы к обсуждению, они, безусловно, имеются. Вот, на этой оптимистической ноте я предлагаю всем включить свои микрофоны, у кого они еще не включены, аудиторию задавать вопросы. И, собственно говоря, начну я, наверное, инициирую эту дискуссию и ответы на вопросы я сама, пока аудитория думает. И вопросы у меня ко всем спикерам такие. Количество, общее количество омолаживающих операций, проведенных с технологией лазер. Вот просто средняя цифра. Да. Сколько, на ваш взгляд, вы их сделали? Пожалуйста. Молчание и было ответом. Джентльмены. Больше 80. Больше 80. Дальше. Я примерно 30 в год, примерно делаю. 30 в год. Ну, вот давно работаете, то есть у вас там уже зашкалило, да? Ну, не зашкалило. Да. Ну, в последнее время я как-то стараюсь, ну, поменьше, выбираю всех пациентов. Поначалу я, конечно, всех подряд брал, кому можно, кому нельзя, пока не стал понимать, как это все работает. Я не могу сказать, речь идет только про лицо или вообще на ультразвуке? Ну, мы сегодня по поводу лица говорим, да. Вот. Ну, вот... То я не скажу, что у меня там... У меня все подтяжки лица и вся работа с лицом идет на этом аппарате. Абсолютно все пациенты. То есть, не использую уже практически никакие технологии другие. Я не считаю их там количество, так, если честно. То есть, сколько количество операций? Приблизительно. Ну, сколько? 5-500? Да нет, ну в месяц 10 лиц, наверное, идет. Может, когда-то это там 5 лиц, когда-то это 15 лиц. Спасибо большое, да. В каких зонах и на какой глубине применяется зонд? Опять же, вот, ну, мы говорили о том, что мы работаем в подкожных слоях, но вот опять же у Аль-Юсефа прозвучало, жалко, что его не было, потому что он, в общем-то, активно идет в среднемедиальный отдел лица, вот, и у меня бы к нему было много вопросов, но задать их, к сожалению, некому. То, что касается присутствующих наших спикеров замечательных, вот ваши зоны обработки. Я обрабатываю везде, где есть подкожно-жировая клетчатка. То есть там, где есть жир, там можно обрабатывать. Конечно, в глубину там я не лезу, а ну, в поверхностных слоях это все. То есть средний медиальный отдел вы тоже ходите? Скажем так, умеренно. Что мне там такое? Нечего делать. Мне там нечего делать. Ну ладно, пока оставим этот ответ. Прошу дальше. Нижняя треть, преимущественно шея, в среднемедиальной и в малярной зоне я начинаю там работать, когда все-таки очень тяжелое лицо с выраженной подкожно-жировой клетчаткой. Павел Александрович? Я работаю подкожно, в основном в зонах отслойки, предварительно работаю ультразвуком, потом работаю открыто. В область малярных мешков, ну, раза два-три я, честно говоря, попытки совершал ходить, но я большого эффекта не увидел. Может быть, я что-то не то делал. Потому что коллеги мне озвучивали, что это можно получить неплохие результаты. Но я результатов не увидел по этой зоне, если честно. Согласен. Хорошо. Следующий вопрос. По сравнению с классическими методиками липотрансфера в различные области лица, вот после механической липосакции, преимущества или какие-либо проблемы при использовании аппарата Вейзер? Что вы можете выделить вообще? Вот? Ну, я могу сказать, что Вейзер дает эмульсию равномерную, без всяких каких-то больших гранул, без таких больших каких-то кусков, и оно легко проходит даже через маленькую канюлю, там, допустим, 0,8, там, 1 миллиметр, там, угу, можно использовать, и без всякой фильтрации, и приживаемость очень высокая. Единственное, что, конечно, есть нюанс,
это обязательно, если образуется масло, масло нужно удалять, иначе оно может вызвать образование олеум, олеогранулем. Юлия Николаевна? Я увидела результаты, когда увеличила объем суминесцентного раствора. Первые мои результаты мне, прямо скажу, не впечатлили меня по сравнению с классической липосакцией. Нет, мы сейчас говорим о липотрансфере. Про липотрансфер, когда я его выполняла, у меня маленький опыт, прямо сразу скажу, с Вейзером, но все результаты были очень хорошие, мы не повторяли потом. Угу. Хорошо. Ну, в моем понимании, тут вряд ли что-то добавлю на самом деле, потому что, мне кажется, исчерпывающе коллега меня уже озвучил. Я ушел от фильтров, то есть вот эта эмульсия, которую я получаю, она меня устраивает на введение. И в моем понимании результат довольно стойкий. Вот, хотя стойкость результата – это очень субъективная история. Вот. И раньше я позволял себе жиру довольно долго отстаиваться, то есть я его не... Сейчас уже не центрифугирую, да. Раньше центрифугировал, перестал это делать. Некоторое время долго отстаивал жир, но сейчас стараюсь, чтобы он отстаивался у меня в пределах там, получаса максимум. Ну, может быть, часа максимум. Стараюсь по возможности вводить его побыстрее. Ну, час тоже так немало. По послеоперационному периоду что-нибудь вы можете отметить, какие-то общие рекомендации, которые бы отличали использование аппарата, но речь идет и как от аннулирования, так и о липосакции по сравнению с классическими методами? Ну, я могу сказать, я не могу выделить какие-то результаты, особенности. Компрессия? Ну, компрессия, ну, само собой. Самое, да? Отеки, на мой взгляд, после Вейзера дольше держатся. Но есть такой нюанс. Результат мы видим спустя достаточно длительное время. Это прям не сразу, как при обычном это какую-то операцию делают. Тот же смаз-лифтинг там, или платизм-пластику. Все-таки одутловатость долго присутствует. И, по всей видимости, там происходит морфогенез какой-то. Ну, опять-таки, в теории по Джина Риготи. И мы видим прям замечательную кожу, которая возникает где-то через 6-8 и больше месяцев. Чем старше человек, тем больше времени нужно для восстановления тканей. Павел Александрович? По послеоперационному периоду веду пациентов точно так же, как до этого аппарата. Никаких у меня особенностей не появилось. Как раньше они носили у меня компрессионную маску 2 недели, так и сейчас они носят. Рекомендуем 2 недели компрессионную маску. И, ну, никаких таких... А всякие лимфодренажные, ну, то есть вообще профессиональные косметологические процедуры вы используете в послеоперационном периоде рутинно? Или это экзотика? Нет, мы их отправляем на, ну, я называю это реабилитацией, да, мы их отправляем первые там, где-то в первые сутки они уже фототерапию получают, косметологов у наших. А то, что касается лимфодренажных процедур, ну, наверное, где-то через месяц мы начинаем. Вот я их смотрю, когда есть какой-то более-менее плотный, стойкий отек, я им рекомендую лимфодренажные процедуры. Вот. Ну и теми, и другими стараюсь, чтобы они не увлекались, потому что все зависит от косметолога на самом деле. И я видел и проблемы, которые мы получали на не очень искусно выполненной терапии. Ну, то есть, например, просто ожоги мне оставили на фототерапии у нескольких пациентов. Один и тот же доктор. Не знаю, как это случилось, но вот несколько пациентов подряд. В операционном периоде фототерапия. Ну, в общем, ладно, это другая тема. Да, я поняла. И я бы хотела спросить еще у вас у всех общий тоже вопрос о рейтинге осложнений, которые вы можете выделить при использовании Вейзер-технологии на лице. Вообще, вот на что вы обращаете внимание, что для вас является противопоказаниями, да, для использования этой технологии, и какие проблемы вы можете прогнозировать интраоперационно и в послеоперационном периоде? Вейзер, на мой взгляд, это такой оборотень. Он, понимаете, если знаешь, как с ним обращаться,
Да, без перегона. Но это реально оборотень. Если не знать, что, как он работает, то можно получить и ожоги, и некрозы, и перфорировать какую-то артерию там, неосторожным движением. Если все знаешь, как делается, какой механизм происходит, то это абсолютно безвредная процедура. То есть она прогнозируема легко, и достигается хороший эффект. И бескровное после, ну, операционное поле, когда мы, допустим, нам нужно сделать расширенную какую-то платизм-пластику там, или смаз-пликацию и так далее, там. То есть такая очень облегчает работу хирурга технология. Юлия Николаевна? Я бы сказала, что как любую методику, аппарат Вайзер нужно почувствовать. Это достигается с опытом. Я противопоказания для проведения этой процедуры не могу назвать. Я бы выделила показания, конечно. На что я обращаю внимание, это на деформационный тип старения. Если выраженная подкожно-жировая клетчатка, если это идет комплексное омоложение лица, я однозначно добавляю липосакцию Вайзером. Павел Александрович. Осложнений со стороны сосудов я не получал, ни кровотечений настоящих не получал, ни повреждения сосудов не получал. Осложнений со стороны нервов я не получал на ультразвуке. И некрозов, ожогов на лице тоже не получал. Но какие моменты, наверное, видел, которые мне не понравились? Ну, во-первых, иногда... надо вовремя остановиться в плане истончения кожи, потому что если... Не кожа, оставить... а подкожные клетчатки, да? Ой, извините. Ну, обнажение, я хотел сказать. Обнажение кожи от подлежащих слоев. Да, истончение подкожно-жировой клетчатки, потому что потом будут, ну, какие-то, я бы не сказал, что некрозы, но будут какие-то трофические события, там, разрастание мелких сосудов и так далее в зонах, если ты это сделал. А ну, иногда очень просто перейти вот эту грань. Первые какие-то работы у меня были с такими проблемами, то есть там в основном цвет кожи менялся на некоторое время и так далее. Вот. Ну и у пациента, у одного пациента, который получал большое количество гормональной терапии по поводу сопутствующих проблем, я получил какое-то фиброзирование кожи, уже кожи самой, в тех зонах, где, по сути, практически я не был, кроме как конюлей. Вот, поэтому, ну, такой был один пациент. Потом все эти какие-то визуальные изменения разошлись, но вот к таким категориям пациентов, я думаю, наверное, стоит осторожно относиться. Но, возможно, не только по поводу ультразвука, вообще осторожно брать их на хирургию, на сопутствующую какой-то терапии. Ну, естественно, да. Вопросы из чата. Вот вопрос доктора Хаустова из Одессы. Какой режим используется при отслойке кожи? Да, это, в общем-то, было во время доклада Алиусефа. Вот, ну, давайте мы этот вопрос переадресуем всем вам. И по режиму, без комментариев, просто режим. Just режим. Я использую амплитуду 40 и режим Вайзер зонд 2,9. Других режимов я не использую. Чаще всего я использую импульсный режим, режим Вайзер, амплитуда 30 и 40. И все-таки я чаще всего так делаю. Зонд 2,9. Павел Александрович. 30% импульсный режим, зонд 2,9, редко зонд 2,2. Угу. Ну вот, Юлия Николаевна, вы используете, вот, в общем-то, мне нравится, то есть наше единомыслие в плане количества вливаемой жидкости, потому что я тоже использую большое количество раствора, вот, но работаю я в импульсном режиме на амплитуде 60. Угу. Да, и, но, в общем-то, тьфу-тьфу-тьфу, у меня, в общем-то, я такой начинающий юзер, вот, но все-таки вот контроль температуры дает возможность надеяться на то, вот при таком влажном состоянии, да, гипервлажном состоянии, дает основание надеяться на то, что там достаточно все лучезарно, потому что в моих руках, например, амплитуда 30 и 40, с которой я начинала, она как-то не приносила мне никакого удовлетворения. Я попробую 60, не пробую. Нет, не надо пробовать, да. Я могу сказать шепотом, что меня, да, доктора клиники Рами подучили,
Вот так делают, у них опыт больше. И, соответственно говоря, я и пошла. Вот, теперь еще, значит, да, мне тут уже говорят, что нужно озвучить еще один вопрос, но у нас есть времени достаточно, по-моему, сейчас мы его озвучим. Это вопрос от доктора Васильева. Да, у нас еще времени навалом. Вопрос от доктора Васильева, Игоря Сергеевича, Челябинск, Москва. Оценивалась ли жизнеспособность адипоцитов в липоаспирате после использования аппарата Лейзер? Какие средние объемы липоаспирата для введения в периорбитальной области, в периорбитальную область вы используете? Ну, вот по поводу оценивалась ли жизнеспособность, по-моему, по этому поводу столько работ уже вообще было. Вы ну, как можете ее оценить, только если на глаз в операционной? Ну, это никак невозможно оценить, да. Это ну, да. Основывается на работы, на базовые какие-то там гистологические исследования. А на периорбитальную зону, ну, больше, чем 1 миллилитр на одну сторону я не использовал никогда. Ну, и понятие периорбитальная зона требует уточнения. Кстати говоря, я хочу сказать Павлу Александровичу, что вы, наверное, оговорились, вот, но учитывая, что вы ведете курсы некие диссекционные, да, разрез под доступ под глазом, не надо так говорить, да, есть доступ на нижнем веке, через кожный и трансконъюнктивальный, вот, а не под глазом. Вот, но если мы вернемся к периорбитальной области, конкретно, пожалуйста, что верхний отдел, что нижний, потому что это очень важно. Я не выполняю. И в какие слои? Верхнем веке под мышцу. Где-то около, ну, не более 1 миллилитра, я уже говорил. Нижнее веко под мышцу примерно то же самое, не более. Если под кожу, для того, чтобы скрыть тонкую кожу, там вообще, наверное, там 0,2-0,3 миллилитра. Нет, я имею в виду, точнее, наверное, доктор Васильев имеет в виду, я вместе с ним, периорбитальную область. Мы сейчас не говорим о верхнем веке и о нижнем веке, да, заполнение угла E-образной деформации. Вот мы сейчас говорим, опять же, в исполнении объема РУФ, да, то есть скелетизация верхнеорбитального края и периорбита, да, это, опять же, нозоягулярная борозда и, в общем-то, нососкуловая борозда, да, в основном. Вот туда, сколько вы туда вводите? Я не ввожу туда, в эти зоны. Вот я тоже туда не ввожу. Я да. Тоже. Этого смысла нет, там связки проходят. Я какой, ну, какой смысл туда вводить? Вот, Юлия Николаевна? Нет, не ввожу. Павел Александрович? У меня тоже нет такого опыта. Я поэтому, честно говоря, не знал даже, что отвечать. Тогда, когда вы в своих докладах говорили о липофилинге в периорбитальной зоне, что вы имели в виду все? Я не говорила. А вы не говорили. Я не говорил. Это вопрос засыпал. Джентльмены. А можно вопрос? Вот, вы говорите о больших объемах введения жидкости, а какие именно объемы имеются в виду? Ну, у меня, в общем-то, объемы сходные с объемами Юлии Николаевны, да, потому что... 500, 600. Ну, это... может быть, не 500-600, но не меньше, да, не меньше 400 идет, да. Причем я хочу к этому вопросу еще вернуться, потому что вот три спикера плюс, да, плюс еще один делегирующий, вот, и, конечно, для меня вот принципиально, наверное, то, о чем никто не говорил, это отсутствие, ну, точнее, не отсутствие, а совершенно разные подходы. То есть вот философия вообще в принципе омолаживающей хирургии лица вот у меня и как модератора, и у спикеров, которые выступали, она, конечно, очень сильно разнится. Да? Потому что для меня лейзер – это действительно только инструмент, и он используется как один из этапов облегчения моей работы при достижении цели гармонизации всего лица. Вот это очень важно, да? Какие-то парциальные вмешательства, вот, но для меня это немножечко, я бы сказала, странно. Замещать там, заниматься восполнением проекции отдельных костных структур, в частности подбородка, вводя жир, да, для меня тоже странно.
да, там заниматься липофилингом в среднемедиальном отделе лица, когда, в общем-то, никто не отменял силу тяжести, и этот жир потом будет опускаться вместе с мягкими тканями, тоже, ну, то есть вот масса таких вот философских, наверное, проблем, и я знаю, что просто здесь присутствует большое количество молодых докторов, и, конечно же, вот эта вот философия, которую для себя выберет каждый доктор, а красота же понятие очень субъективное, поэтому мы все правы, да, абсолютно, а несмотря на то, что по-разному мыслим, вот это вот очень важно. А, конечно, когда в нашем арсенале имеются такие инструменты, как лейзер, вот, это очень хорошо. Еще вопросы из зала какие-нибудь? Вопросы к спикерам? Если у меня вот есть еще вопрос, да, вернемся к вопросу о дренировании, потому что, в общем-то, я, как можно сказать, олдскульный врач-дренажист, независимо ни от чего, и учитывая, что я использую действительно вмешательство на глубоких слоях, даже поверхностно, а все остальное глубоко, я, конечно, всегда оставляю дренажи. Вот. Что скажете вы, уважаемые коллеги? Если объем небольшой, то я дренажи не использую. То есть прошел, если, допустим, мы какую-то зону просто забираем жир, причем, кстати, хотел добавить, что вакуум жира я никогда не забираю, исключительно, ну, вернее, машину для отсасывания я не использую. Я использую шприцевую методику, мультихольную канюлю, потому что это наиболее травматичная методика для забора жира. И самое минимальное количество. То, что нужно выйти, оно, как правило, само выходит через дырки. Дырки просто не зашивают. Там минимальный, там 3-4 миллиметра прокол, он как от дюфушки остается, там его даже зашивать не нужно. И, соответственно, все это вытекает в ближайшее время в повязке. Ну, хорошо, мы сейчас не говорим об изолированной липосакции, вообще забудем об этом. Вот мы говорим о сочетании технологии лейзер с вмешательствами, там, с дипсмессом, например, да, с какими-то агрессивными, достаточно агрессивными методами формирования шейно-подбородочного угла. Да, то есть тогда, когда мы залезаем глубоко и предполагаем, что проблемы кровотечения могут возникнуть из совершенно других слоев, вы не оставляете дренажей? Обязательно активное дренирование, это ну, аксиома. Угу. Спасибо. Юлия Николаевна? Я всегда дренирую рану, именно про комплексное омоложение, как врач челюстно-лицевой хирург. Я не могу уйти и не поставить вакуумное дренирование в области нижней трети лица, шеи, активное дренирование. И дренажи достаточно тонкие через височные разрезы в среднюю зону. Павел Александрович? Если речь идет о изолированной липосакции, не дренирую и не зашиваю проколы. Если речь идет про какую-то реконструкцию с работой открытой, всегда два активных дренажа в области подбородочной стоят у меня. Спасибо большое. Так, ну, собственно говоря, я, наверное, с вопросами, которые я хотела задать, справилась. Есть ли у нас что-то еще из зала? Сейчас я посмотрю. Народ безмолвствует. Вот, призовем компанию Premium Aesthetic к ответу, потому что мы по большому счету закончили на 10 минут раньше. Будет ли что-то от наших организаторов? Безмолвствует только потому, что ожоги еще не получили. Как получат ожоги, да, и некрозы, тогда сразу вопросы будут возникать, как это работает. Ой, господи, у меня глаз задергался. Да, конечно. Ну, а также всегда, когда на практике все же познается, там где-то зашел, какое-то место получил осложнение, начинаешь думать, а так зачем думать? Машина подумает, она дорогая, сама все сделает. Ну, я вообще хочу сказать, что мне, Вячеслав Петрович, мне очень понравился ваш доклад. Вот с точки зрения фундаментальности физической, да, и, в общем-то, жалко, конечно, что нам не хватило. Точнее, было заявлено такое редуцированное время, потому что, в общем-то, хотелось бы его послушать, может быть, в большем объеме. И то, что касается все-таки вопросов коллагеногенеза и, опять же, роли белой жировой ткани, ну вот, наверное, имеет смысл, может быть, в каких-то последующих премиум-эстетических посиделках этот вопрос обсудить, да, чтобы мы разговаривали все на одном языке.
Вот. Конечно, конечно. Я не знаю, как всем остальным, мне была очень полезна сегодняшняя наша встреча, и доклады, и подходы, и я хочу выразить благодарность компании Premium Aesthetic за то, что организовали и позвали, и в принципе, мне кажется, что вот такой формат, когда есть возможность обменяться собственным опытом, он дорогого стоит, потому что на больших конференциях, на больших конгрессах мы не имеем возможности общаться более подробно так, как это делаем сейчас. Что вы скажете? Это я так уже завершаю. Жаль, что у нас дискуссия не очень такая расширенная получилась, все очень коротко и, скажем так, компактно, но все равно это полезно, это хорошо, это интересно, и я думаю, что для наших слушателей тоже будет интересно. Ну, все ведь в наших силах, тем более, что онлайн-формат позволяет без каких-либо дополнительных безумных затрат, вот они все равно есть, но не такие безумные, да, все-таки встречаться чаще. Вот, спасибо большое, коллеги. Я благодарю всех спикеров, благодарю организаторов и аудиторию за то, что были с нами. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Хирургия лица и Вайзер Технология. Как вы себе это видите? Приглашаем вас принять участие в первой российской онлайн-конференции, посвященной применению Вайзер Технологии в эстетической хирургии лица. Это редкое событие, поскольку лишь единицы, владеющие Вайзером, используют этот метод на лице. Будем обсуждать следующие темы. Липографтинг на лице, липосакция на лице и шее, разделение слоев тканей, техника претуннелирования, хирургия с применением клеточных технологий и комбинированные технологии, например, эндолифтинг, вайзер-сепарация, нити и так далее. Представим вам лучшие работы хирургов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ижевска. Задавайте сложные вопросы, вы развеете опасения и приблизите возможности. Регистрируйтесь.